Пошла грязюка, пошла грязюка, пошла грязюка, ебаный снич, блядь. Так, надо в инстаграмчик еще залить. Кум, привет! Кальвадос. Кальвадос, ебать мне, конечно, я ебатулюсь. Я вам обещал поток. Так вот он, блядь. Вот он, поток, блядь. Приходи только первый, ну, потому что тут быстрее тебя приходят. Кенты тебя ждут, и я тебя жду. Вот я, кстати. Привет, ебать. Давай. Давай, приходим, пацаны. Свайпаем вверх, свайпаем. Как же хочется тяночку высокую. Это получается я в истории, ну получается так. Сейчас мы точно убедимся. Пари рури рам, пари рури рам, рам ури, пари рури рам. Так, медленный чат нахуй выключить. Блять, как это они включают медленный режим? Я его не вижу, блять. Модераторы. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ебать ты норму натроллить. Ебать ты орно троллил чела сгущенка. Ебать, блядь. Привет. Извините, надо немножечко горло прогреть. Чтобы разговориться с вами. Ебать, сегодня будем нахуй разлив. Хотяночку. Бледную, не очень высокую. Каково самочувствие после встречи с Габаром? Да блять, ну типа, ну я вам сейчас расскажу, кенты сейчас соберут. Сейчас кенты соберутся, будем пиздеть с вами, попиздим. Ну а сегодня есть грязюка с вами, блять. Сегодня есть грязюка, блять. Сегодня есть у нас чем заняться. Сегодня у нас будет все охуенно, блять. Бля, я охуенный трек нашел, его долго ждал и потом вспомнил о нем. На модераторах, алло! Медленный режим, можно офнуть? Я хочу кентоу. Давай бери этот сезон и ебашь Габару. Еще раньше не мог запустить. Брат, я хочу сегодня побольше постримить, потому что мы сегодня пойдем играть. Я когда играю, у меня время летит пиздец быстро. Когда я говорю, мне 2 часов хватает, а когда я иду играть, вообще пиздец. Я, типа, не успеваю попиздеть и поиграть. Ну, типа, не хватает мне вашего внимания, понимаете? Так что сегодня на часик раньше. Короче, блять, у меня радостная новость. У меня 33 часа, надеюсь, они пройдут грязно. Грязнее некуда, блять. Варзончик сегодня будет с рекрентиком, блять. Рекрентиком, кентиком, Алексея. Может, Илюха потянется. Если Илюху не потянется, возьмем Артура. Или если у нас слот будет. Короче, боялся ли ты задания от Габара? Нет. Ну, блядь, ну я вам скажу, несколько заданий было, которые были пиздец ёбнутые. Ну, типа, я бы не лизал ёршик никогда, это первое, потому что, ну нахуй, типы, блядь. Ёршик лизать это пиздец. Я бы тоже голову в унитаз не макал, тоже нахуй. Тоже. Это, типа, фул хуёво, это фул хуёво, я не буду такое делать. Мне, типа, я... Ты видел нашу Ариночку? Я взрычнул на ее сторис. Не, я не видел. Привет, можешь, пожалуйста, подписаться на мой инсти-аккаунт? Нет. Хе, Толя, сори, ебать, блядь, Толечка, нахуй. Ебать ты, блядь, не поздоровался, нихуя уже подписку хочешь. Я ебу, блядь. Так вот, понимаете, были задания ебнутые. По типу, как старик говорит, ты кидаешь еду в унитаз и хаваешь.
Или обоссываешься на стриме. Я бы этого тоже не делал. Я бы отказался. Типа, жалко, что он не мне это загадал, потому что я бы отказался, пускай он это делает. Типа, это полный тильт. Почему? Типа, любой коктейль я выпью, похуй. Тапок облизал, похую. Типа, ёршик это пиздец. Ну да. Тем более, говно там, ебать, ты в рот берешь, это все, этот ёршик не моется, блядь. Это же фулл тильт, блядь. Это фулл тильт? Блядь, ну это же можно чем-то зарядить. Да подошву лизала, это пиздец, это, конечно, пиздец, блядь. Подошва, это фулл пиздец. Все такие, ой, да я бы облизал. Да, блядь, да, я ебу, почему я там ходил, я, блядь, везде был, люди ходили, плевали на землю, я, сука, лежал. Да похуй, блядь, похую, блядь, похую, блядь, похую, блядь. Ну, есть, то есть, блядь, лизнул немножко, язычок-то длинный, блядь, лежал, да. Ты бы обоссался на стриме? Нет, тоже нет. Это, блядь, ну это пиздец. Я, типа, может, я не настолько ёбнутый, но я бы не обоссался, типа, серьезно. Из унитаза я бы не хавал. Это прям пиздец задание. Каминг тебя затопит. Дядь, у меня очень хороший план, если вы его не заметили. Если вы его не заметили, то... У меня очень хороший план. У меня очень хороший план. Типа пиздец. Вы, наверное, вы не заметили, да, его? Блядь, ну... Вот согласись, было же весело, правда, когда Каминг в звучонке сидел? Я вчера рано ушел, кто-нибудь вылетел? Нет. Главное, чтобы Габар тебя не позвал на свои игры, там пиздец реальный. Кстати, как тебе вариант посмотреть Габара на стриме? Кстати, я ни одного шоу его не смотрел на стриме. Можно посмотреть, что там интересно. Я рили ни одного шоу не смотрел. Но как Габар, как чел, интересный такой, веселый, типа... Обычный веселый такой бородач, блядь, смешной. Так смеялся, аж весь красный был, пиздец. Это так забавно было, мне понравилось, типа. Бля, ебать. Хорошая новость. Я наконец-то вышел с депрессухи, ебаный, блядь. Я рот ебал ее, грязно в рот ей дал, блядь. Типа, она прошла, меня это радует, потому что я чувствую себя охуенно. Чувствую, ну, подъем вот этот эмоциональный, блядь. Как будто все вернулось на свои места. Надо было немножко погрустить, чтобы было все заебись. Когда кукинг с пловом? Я не знаю, если, типа, она не обдумается на этой неделе, то уже аж на следующей. Потому что я 9-го у меня... Фулл день занят. 10-11 я в деревне, снимаю контент вам на YouTube, на Twitch. И все, я go to the home, goodbye America, блядь, делаю. Типа, серьезно, типа, это не так просто. Пацаны, нахуй про Кукинг спрашивайте, злой, он же не инсценатор. Вот. Блядь, но на Игабара было очень весело. Особенно, когда Каминг сидел с этой сгущенкой. Это пиздец, дядь. Я так смеялся. Это пиздец, блядь. Это так весело, блядь. Я думаю, я обоссу ноги, нахуй. Так, вы хотите, чтобы... Посмотри, что рисовал потом. Как тебе сладкая рис? Вкусный мед? А я не пробовал, брат. Ну, типа, я не пробовал. Смешно было, как Стил стучал. Да, это тоже пиздец, это разъеб. Бля, ну постучать я бы мог, но у меня соседи прям ёбнутые. Вспоминая то, что мне, соседка хуярила шваброй, блядь. У меня еще сосед ёбнутый, он раз 10 уже приходил. Ну, в следующий раз, когда он придет, мы уже будем пиздиться с ним. Типа, это будет разъёб полный, если он завалит на хату. Ну, а так, в принципе, нормально, блядь. Ну, я, типа, ну, Вадя сам не говорил. Типа, задание, первый круг, он должен быть лайтовый. А потом все-таки в конце, ой, блядь. Почему никто не вылетел? Блядь, так лайтовую хуйню же задавали, блядь. Ну, серьезно. Сегодня продолжение? Не-не-не-не, там Вадя скажет когда. Вадя скажет. Злой полибэп просто ливнет на ебанутом задании, и Камик сам это будет делать. Ну, да. Какую тебе, Татьяночку? Сладенькую можно мне? Грязную такую, сука. Нецелованную можно мне? Сейчас мне вспомнил. Ну, типа, понимаешь, я хотел, чтобы эти два задания задал мне Камик. И я бы хотел... Ну, типа, если бы он, ну, вот эти два задания задал мне, по типу, что-то там, типа, с унитаза, обоссаться, я бы отказался, пускай он делает, нахуй. Типа, ссать на стриме я бы ебал, и хавать с унитаза это тем более, это пиздец какой-то. Ну, у меня задание, ну, сейчас задание Камик, подожди, сейчас Камик мне, не. Кто мне сейчас будет задавать? Мне задавала Рис, а я должен был задавать Камику. Так сейчас Камик мне задает, ну, типа...
Ну, у меня будет мало времени. Не, сейчас Джорджу будет задавать Камику. И Камик будет задавать мне. У меня есть время, чтобы, типа... Ну, посмотрим, что он задаст. Типа, это еще не факт, что он что-то прям пиздец. Потому что Камик... под раковиной почистить зубы. Блядь. Ну, типа, блядь, ну это опасно может быть. Ну, я ебал. Ну, просто... Окей, игры играми, контент контентом, но если, типа, что-то случится с дёснами, там, блядь, или с зубами, они нахуй повыпадают, то я рот ебал, типа, такую хуйню. Не, ну, серьезно, типа, ну, может что-то случиться. Просто я вчера обрезал эту ебучую подошву, у меня живот болел, пиздец, нахуй, я охуевал. Я до 3 ночи не мог спать, я сидел, играл в Call of Duty, и у меня болел живот. Типа, я не знаю, то ли я это связываю обострение, то ли я какую-то хуйню сожрал. Понимаете? О, вот задание для Рис. Можно задать, чтобы она станцевала вап и выложила в ТикТок. Ебать сложно. Ой, ебать сложно. Под мой раковину. А там ничего нет. Ты же коктейль пил. Ну, может, это коктейля тоже, типа. Может, коктейль, хуй знает. Может быть, из-за коктейля молоко с пивом и рыбой? Блять, ну это да, это молоко, пиво и рыба, это пиздец. Ясно. Ясно. Спидозный харчок облизал, походу. Ой, это не надо. Камик может тебя слить на еде, ибо у тебя язва. Мне кажется, что он может это сделать, чтобы слить тебя. Мне похуй на язву, типа, серьезно. Мне похую на язву. Я любое дерьмо могу сожрать. Мне похую на язву. Я, типа, ну... Вы думаете, мне похуй на язву? Мне похуй на язву. Типа, мне похую на язву. Мне похуй на язву. Типа, я сожру любое дерьмо. Мне нельзя молоко пить. Меня от молока прыщи хуярят. На бровях, ну да, у него есть дохуя аргументов. Типа, он готов до конца хуярить. Я, типа, тоже готов хуярить, но, типа, я не хочу, типа, там, месяц, блядь, без бровей ходить. Или, блядь, без волос, нахуй, еще больше. Это вообще фул тильт. Просто, типа, тем более по волосам у меня дохуя волос. А у Камика там, блядь, лысая гора, ему надо что-то более весомое. Если он скажет мне побриться на лысо, то, по факту, у меня больше ценности. Ценность работ. У меня, во-первых, длиннее волосы в разы, блядь. Посмотрите, нахуй. Да даже по бровям, блядь. Посмотрите на брови, нахуй. Ебать, какие они густые, блядь. Ёбнешься. Типа, ценности вещи, которые ты делаешь, она должна быть равноценна. Что с глазами? Плакал? Не, я только с душа вышел. А что? Сэм дойдет до конца, да, я уверен в этом. Сэм дойдет. Он вообще ёбнутый. Только если его не заставят там... Я знаю, как Сэма выбросить. Грязно. Я знаю, как Сэма выбросить грязно. Я знаю, не борода, не. Бороду он когда-то брил. Я знаю, как его чисто выбросить, нахуй. Я знаю, как его выбросить чисто, бля. Не, он... Я знаю, как выбросить, я не буду говорить. Но он вылетит, нахуй, я уверен. Пускай Камик указательным пальцем 1 минуту в очке поколупается, а потом еще 1 минуту... Блядь, какие же вы мерзкие, блядь. Я не буду... Кто делает? Я знаю, как тебя вышвырнуть. У тебя желудок слабый. Мне похуй на желудок, дядь. Я буду есть все, нахуй. Обосрусь, так будет, нахуй. Я знаю, как тебя вышвырнуть. Но я не буду никому говорить. Шалом, первый раз пишу четкий, не тильтуй больше. Да, дядя, я больше не тильтую. Так, окей, рекриента еще пока нету. Мы сейчас немножко посмотрим пару видео и потом пойдем хуярить колду. Все. Зря ты сагрессировал мою сторону. Ты че, охуел, блядь? Пенис, блядь. Кто сагрессировал, блядь? Васек, нахуй. Че-то как... О, кстати, я у Ромы вчера в гостях был. Ромин голова болела, он хотел со мной на стриме посидеть, но у него болела голова. И... Типа такое... Ну, типа, у него голова болела. Ну, мы нормально пообщались. Там, на многих всяких делах. Есть контент с Ромой придумал. Кстати, о, Юки, привет. Есть контент с Ромой. И на днях я хочу сделать контент с Дашей и Михалиной одновременно на стриме у себя. У меня есть идея.
Это будет охуенно. И также у меня есть идея с Вадей. Тоже привезти Вадю ко мне в гости, тоже сделать контент. Надеюсь, может, это все на этой неделе, может, не на этой, но хуй с ним. Посмотрим. Посмотрим, как это будет. И Артур еще охуенную идею предложил, но это уже у него на стриме будем делать. А все, что я сказал ранее, это в моем. Плюс будет и реал с деревни. Я поеду в деревню, надо пойти только купить стабик и поехать по стриме в деревне. С айфона или же не с айфона, типа. Когда в Сочи к Сэму? Дядь, это невозможно в Россию попасть, пиздец. Крутой свет. Мне, кстати, нрав. А в жизни еще лучше. Будешь в Киеве, в гости приглашу, зайдешь, посмотришь. Нет, Сэм. У тебя есть стабилизатор? Так у меня хуёвый, блядь, какую-то хуйню выкупил, блядь, ебаную, блядь. Какую-то хуйту выкупил, блядь, а не стабик, блядь. Залупа из-под ногтя, блядь. Хуйня из-под ногтя, блядь, одним словом. Ну, рели, блядь, пиздец. Ну, пиздец. Я была недавно, скорее всего, перееду туда. Так, а чё ты ничего не сказала, что ты была в Киеве? Мы бы увиделись, блядь, а чё ты ничего не сказала? Пиздец. Ну, всё, минус... Просто минус настроение, всё, минус. Так сдай назад. В смысле, что назад сдать-то, блядь? Задание успей сказать 10 слов бан и офну. Ой, не-не-не, с баном тоже ничего нельзя говорить. Я была чисто на разведке. Так, а разведка-то должна проходить у меня дома, ёбаный снич. Затопестила. Ну, типа, посмотрим. Знаешь стихи на украинском? Хотите один стих на украинском прочитаю? Но это будет сложно, я не умею читать. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью. Ставь стаб в обратно. Да, типа, мы его продадим. Я новый куплю. Стих на украинском? Стихи на украинском. Я жінка буває на осінь так схожа. То тиха і вітряна, а то й не погожа. То скропить сльозою, то сонце засвітить. То прагне зими, то вернеться в літо. А жінка, як осінь, погодом плодами багата. А ніжність, добро, материнство і святість. Як вересень тихий зігріває душу, не страшно морозу чекати. Чекати і знаю, що, блядь? Блядь, ну, типу, я український язик давно не читав. А жінка буває тривожна, як осінь. То дихає вітром, то ласки просить. То болю завдаться, а той вигоїть рани. Листочком у світі полетить за коханим, а осінь в природі це завжди як диво. Та само і жінка буває вродлива, буває примхлива, буває зрадлива. Нехай тільки кожна з них буде щаслива. Промінь сонця заплавить ранкову русу, і зіграє вона, збринить веселково. І зіграє вона, збринить веселково. Скільки мовлено вже про дівчачу красу, тільки я про жінку скажу своє слово. Ніжній погляд і довга русява коса, та смагляво голичка прибавляє родзинка, і хоч кажуть, що світ порятує краса, та врятує його тільки жінка. Круто, да? Не знаю, може і круто. Ладно, пойдем. Поговори на украинском. А я долго-долго не разговаривал на украинском языке. Хуя все знаете, только вы нихуя не знаете, вы понимаете? Опять, блядь, этот Among Us, блядь. А можно чисто уже создать канал, блядь, Among Us Twitch, чтобы только моменты с Among Us на Твиче были? Ебать мудрость, ауф, Миша, блядь. Багнюка! Ого, есть грязюка, есть багнюка, блядь. Это украинское слово. Багно, это грязь. Вот это багнюка, блядь. Я поспорил, ты уебаный еще тот. Давай, нападай. Ну давай. Нет, нельзя. Там же все видно, мне глазки строить без вариантов. Я хуёво вижу. Мне прям конкретно подходишь и говоришь, мужчина, можно прыгнуть вам на хуй, все. Как думаешь, только онлайна будет на играх Хабара, да? На багно онлайно. Лайно? О, блядь, ебать, она орёт. Что про... Блядь, что это? Что это за игра, когда все играют в эту игру, блядь, там еще какие-то детективы, блядь, детективные истории. Что-то там искать, сям искать, блядь, какие-то детектив, блядь, эдишн, блядь, какой-то нахуй. Ого. Надо поиграть тоже, мне понравилось. О, блядь! Что за хуйня, блядь? Короче. Что?
Что за историю? Что? Вот. Ага. Окей. Ага. Не понял, блядь. А... Чё, блядь? Вот. Чё вот? Так вот. Объясни, что за тёрки у вас рис? Вы с ней на дыры симпла посрать? У нас нету никаких тёрок. Ты о чём? У меня просто, я говорю, у меня когда депрессия, я фул уёбище. Типа, я никого не хочу видеть, блядь, и очень агрессивно ко всем отношусь. Это как бросать курить, только не бросая курить, понимаешь? Типа, и на всех, ну, я очень негативно отношусь ко всем, даже к хорошим моим друзьям. И я в такой период лучше ни с кем мне не общаться, потому что я уёбище, понимаешь? Я грубый очень. И может из-за этого она что-то там, не знаю, обиделась или нет, но я извинился. Но сейчас все нормально, типа. Ну, типа, я говорю как по факту, типа. Ой. Блять, лоб, Кент. Держу кусь, и ты всегда уебище. Thank you, man. Thank you, man. Thank you. На нахуй. О, за шо, деда, блять? Ёбаный рот. Это Мурзафикс, блять? Что-то он возмужал, нахуй, мне кажется. В пятницу у тебя будет сперма на лице, я от старого. Повторять-то нельзя, повторять-то нельзя. А, это Станислав, ебать, это Мурз. Блять, пиздец. Сперма на лице у меня будет, типа, мне придется подрочить. А подожди, ну это же, типа, блядь, ты куда он летит, нахуй, за своей спермой? Может, у него будет сперма? Ну, у тебя настоящая. Так, а, типа, если, брат, а если я не захочу? А если я не захочу дрочить? Ну, типа, ну, меня не встанет. И что он сделает? Ну, тогда кик. В смысле тогда кик? Давайте так, давай, смотри, какой нахуй кик? Физиологические процессы организма не так-то просто вызвать, когда не хочешь. То бишь, это связано с физиологией. По типу, отожми 100 раз, или типа, блядь, обосрись нахуй, и когда ты не хочешь срать. Ну, типа, это не так просто. Ну, вы понимаете. Но если он приедет, поможет. А как это будет? Подожди. А как это будет? Я должен записывать на видео, как я дрочу? Это типа... Это нормально? Ну, это нормально, блядь. Блядь! Ну, блядь, ну это совсем ёбнутая идея. Это совсем ёбнутая идея, вам не кажется? Опа, ебучечку нахуй. Привет, блядь. Привет, блядь. Дай на рождение, нахуй. Вот такое лицо у меня будет, да? Вот так, типа, чисто, да? Цитирую. Каким заданием можно следить Жожо и сколько он... и сколько он продержится? Зло. Я не знаю, не могу сказать. Жожо тоже ёбнутый. Только если мы его на лысо не ёбнем. Давай, давай, давай. Махнарилый пиздник выпрыгнул. Ребят, будете смотреть. Хобби туда кружка упала. Смотрите издалека. О, сладкая, блядь, это азиаточка сладенькая. Сладкая азиаточка, блядь. Да заебал перезагадывать задание, лей 300 и все. Не надо перезагадывать, не надо все менять. Ой-о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 й
ебу ту Люсю, блядь. Ебать нагрелял грязюки, блядь. Что они на меня смотрят? Ебать. Он сказал, что побреется. Же хотел подстричься на лысо, либо брови постричь. Поэтому не тема. Дядь, он это говорит, это как атака, типа, я говорю прямо и по факту, типа, я не хочу брить голову и брови. А он тоже не хочет, но он говорит, типа, мне похуй, я постригусь и сбрею брови. Это так, чтобы у типов сомнений не было. Ну, типа, понял? Он, типа, сразу говорит прямо, чтобы типы, типа, такие, а, блядь, он к этому готов, ладно, я не буду это делать. Thank you, bad, dude. Кайфово против вас вчера колду подъебал. Бля, я в колде вчера так разъебал, пиздец, блядь, со снопы. Надо попробовать сегодня еще раз.
Как же хочется Тяночку, милую, красивую и нецелованную. Пари-ру-ри-рам, пари-ру-ри-ра-ри-ри-рам, пари-ру-ри-рам, пари-ру-ри-пари-ра-рим. Бля, сори. Бля, песня классная, не мог сдержаться, пиздец. Это не вообще, не на чём. Ух, ебать, блядь. Старый бы перевернулся где-то, нам. Чай, но, наверное, к пиву чай будет как-то странно. Да. Старый бы перевернулся, блядь, на своем стуле. Ну, хорошо, тогда... Тогда еще чай. Я громкий чай слишком? Я могу скрутить себя. Я наговорил? Пенис во рту застрял. Блять, вот таких, блять, такие моменты вообще не надо вставлять, серьезно. Типа, можно где-то внести, блять, какую-то лепту, чтобы они не вставляли меня именно в таких моментах. О, пропускает. Лада десятка. Только там еще машина, Слав. Угу. Ну. А что так лагает? Слушай, предупредил, блять. Ща бы пизда был. Ебать, подлагивает. Я не хочу, главное, чтобы меня в деревне лагало, блядь. Мне телевизор все подлагает. Он еще водолазочку надел. Посмотрите, ебать. Ебать заряженный, блядь. Я самец. Я ебу тулюсь, блядь. Вот эти штаны всех клетчатые, блядь. 80-е вернулись, что ли, нахуй? Я не могу понять. У нас 80-е вернулись в наши края, типы, блядь. Ебаный в рот, нахуй. Это стильно. Право. Вот лево, 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 лево. Лево. Типа того. Ну, у меня мои дефолтные. Кстати, мне скоро костюмчики подвезут. Ебать, я буду, сука, красивая, блядь. Сука, красивая буду, пиздец, блядь. Пиздец, я буду красоточка, нахуй. Такая, блядь. За ни разу не хотел себе мотоцикл или машину. Нет. Нахуй надо. We have one палец, we have second палец. And we can make something like that. Then we are making like we have two fingers. And now we will have two fingers in one hand in one move. You know what I'm saying? Like pow. Как он это делает? Блять. Когда ты был с Варпачом, ты говорил, что хочешь Теслу. Ну. Типа, если бы у меня была возможность приобрести Теслу, я бы, может, ее и приобрел. Но у меня нету желания копить на нее деньги и тратить все свои сбережения на машину. Понимаешь? Типа, есть два вида желания. Типа, вот смотри, я, может быть, ее хочу, но я не хочу тратить деньги на нее. У меня их нет. Типа, что покупать машину прямо сейчас на все бабки и остаться без нихуя, зато с машиной. Блять, как же круто. Вау. I'm have a car и нихуя за спиной. I have, блядь, пиздатый руль во рту член. Вау! Классно, блядь, покупать машины. Супер, блядь, обожаю это дело. Это дерьмо по кайфу, блядь. По кайфу, блядь, вообще. Ну, блядь, что ниже по дна? По факту, да. Что-то, блядь, верит. Знаешь, на какую хуйню я велся, Олег? Мне на ногу наступали, я, блядь, за чуваком ходил, чтобы на ногу ему наступить, блядь. Отвечаю, блядь, отвечаю. Я за чуваком 2 минуты ходил, блядь, чтобы наступить ему на ногу, блядь. Тот думает, да пошел он нахуй, блядь, и усебался, и забыл об этом. Два вопроса пиздатых в чате. Почему не учишься на тачке ездить, потом детей будешь на такси возить? Во-первых, какие нахуй дети, блядь? Все мои дети, блядь, в салфетках. Начнем с этого. А во-вторых, я еще даже не думаю, у меня даже девушки нет, чтобы, блядь, думать о детях. Даже мне похуй, типа, на чем я их буду возить. Салфетки, блядь, на мусоровозе могу повозить, блядь, мне похуй, чисто, дядь, понимаешь, блядь? Ну как нахуй мне об этом думать? Типа, ох, блядь, сейчас надо, блядь, надо научиться водить машину. Я что, блядь, детей на такси возить буду потом? Да каких нахуй детей, блядь? Может, вообще никогда детей не будет, блядь? Потому что нахуй, я, сука, у меня характер тяжелый, блядь. 100 центнеров нахуй весит, блядь. И второй вопрос, честно говоря, так. Не думал ремонт родителям сделать? Какой нахуй ремонт? У меня отец, блядь, ремонт и делает, блядь. Алло, блядь, какой ремонт? Я их хочу свозить куда-то. Я говорю, mother, father, take вещи and go Буковель and maybe Турция, chilling, swinging, всякая движуха там. Ладно, блядь. Не, у меня мама говорит, никуда не поеду. У меня дохуя котів. Хто буде дивитися за котами? Вони тут всі поздихають, нахуй. Хто їх буде кормити?
В мене багато котів. Хто за ними буде дивитися? Я нікуди не поїду. В мене кицьок багато. Все, блядь. Хай старий їде, я нікуди не поїду. Все, не хочу нікуди їхати. Ну ми пострімимо деревню, я вам покажу. Которая не фоткает, а которая другая. О, боже мой. Оп! Где она? Будь здоров. Давай. Два круга. Ну все. Нет, я почему? Прилипло? Когда до тебя дойдет. У тебя там так волосы. Это два круга. Нет, да нет, давай. Там пушок. Пушок, да пиздит нахуй, кажись. Уже есть, хотя, может, и не пиздит. Так это, да это не мое дело вообще, что я это обсуждаю. Так это два круга. Не могли бы вы заказать своим зрителям, чтобы они перестали ездить по тротуару? Там ходят пешеходы, не для машин. Какие нахуй зрители ездят на машинах? То у меня зрители, блядь, ни одного машины нету, блядь. Они нихуя не зарабатывают. Откуда у них машина, блядь? Они сами пешеходы, блядь. Кому ты там пишешь? Алло, блядь, ты не туда пришел, иди там, блядь, и кому-то побогаче попиши, блядь. У нас тут ни у кого машин нету, блядь. А нахуй вы так начинаете, вот? Аня-то проиграла, кстати. Долбоёб, время! Три минуты прошло, все уже, три минуты сверху, блядь. Сказали до конца стрима. Оп, поехал. Часов, блядь, стой, это ебальник стени свой. Все, я обоссался, блядь, Вадя, я обоссался, нахуй. Блядь. Че, блядь, а мне похуй. Ты обоссанный, блядь. Нет, я бы был бы обоссанным, если бы на меня нассали, я сам обоссался, блядь. А сколько... Да, ну это слишком жесткая тема. О, летит. Нажми да, выйти сейчас. Блять, вы долбоебы ебаные, у меня выход из системы, блять, нахуй. Отмена, блять. Чекни сторонья, я чекну потом. Вы что, ебанулись? Го в колду, я рекрента жду. Рекрента жду, я рекрент Пчелкин, может Иксайл или Артур, пойдем в колду. Жужарили, обоссался, ну да. 15 зрителей. Ебать моего медиа крипа нахуй просто уничтожили, блять. Сынок нахуй, 12 зрителей сидит, блять. Крип ебучий медиа, блять. Ничтожество, просто медиа, блять. Пососок нахуй. О! Ох, на тебе, блять. Он прям медитирует, смотри. Ебать, он нормально дудлит. Сидит кричит на зрителей, когда у башки просто не смотрит сама, что делает. Это мне? Похуй, все равно видно, что он пьет. Это мне? Реально, это мне? Это на меня кто-то беканул, блядь, в чате, нет? Обычный день! А, это не мне. А, это Генсухи. День просто жожу, Я через нос, кстати, никогда не пробовал что-то пить. Не, я ебал, у меня, короче, перегородка вот здесь, она немножко смещена, потому что я, не знаю, я в стену въебался когда-то в детстве. Типа, я не знаю, боюсь нахуй. Ебать, хорош, блядь! Не, ну я бы, типа, тоже пил, если бы мне загадали. Он ее, блядь. Попробуй, это так круто, да? Вот это пиздец. Тихо, у меня дети, блядь! Дети спят! У меня дети спят! Тихо, блядь! Вы заебали, дети спят, ну! Бля, Самвел! Если ты думал, у тебя было что-то после этой темы? Типа, тебе что-то нагоняли какой-то грязи или нет? Бля. Интересно, типа. У тебя все в огне будут? Я хотела прокашляться. Потом передумала. Ну просто интересно. О, Форест можно тоже поиграть. Давно не играли, кстати. А я могу просто вот этой воды выпить? Не-не, ну пизда будет, если выйдет, просто пиздец. Воду из такого источника. Ну да, это же лес, лол. Я знаю, что это девушка рекрент. Че, тебе фигово стало? Да вроде нормально. Еще попью. У него есть соседи. Бля, мне кажется, такая плохая идея. Чекни инсту аренян. Ну я чекну как-то. Я как-то чекну потом. Не сейчас, на стриме я не хочу. Я только просто сегодня подрочил, нахуй, но мне надо. Типа чекать. Ай. Сегодня, ну, тихо сегодня передернул часа с утреца, я по кайфу, блядь. Смачено, блядь. Смачено. Ты чё, охуела? Я не готова. Там еще прогрев голоса? Ладно, сейчас я посмотрю.
Не, я не буду, я все равно инсту смотреть. Я свое посмотрю лучше. Я там запостил смешнявку, интересно. Знаешь, я давно хотела тебе это сказать. Я давно об этом думала. Но я не знала, как подвести к этому. И мне кажется, что ты долбоёб. О, нихуя грубо, блядь. Бля, вот это тоже, тоже, кстати, пиздец. Это, блядь, я просто... Это... Пилот прошло, блядь, или нет? Не плачь, нахуй, дальше, девочка, блядь. А нет такого долбоёба в чате, который со мной стал, сел так же? Быстрее. Бля, я ебал это смотреть, я не могу, это мерзко, пиздец, меня тошнит. Она ещё холодная, блядь. Фу. Это знаете из порно, блядь, этот букаки, нахуй, куда там дрочит, там тёлка выпивает из бокала, вот сейчас, блядь. Вот сейчас её вырвет, блядь. Ой, Диана, сперма вкусная, обалдёж, блядь. Блядь, я не могу на это смотреть, это пиздец. Она сперму пила, блядь. Блядь, вот послушайте, подождите. Мне опять типы названивают съёбанной коллекторской компанией, блядь! Ебаные коллекторы! Алло. Алло. Здравствуйте. Для вас есть... Добрый день. Добрый день. Финансовая компания «Фактор». Тамара Васильевна Старкова. Тогда за телефон, когда получите. Что на вам приходит? Что еще раз? Тамара Васильевна, вам знакома? Нет. Хорошо. У вас давно эта сим-карта? Месяц. А в какой области покупали? В Киевской. Извините, всего доброго. Всего доброго. Как они заебали мне звонить! Как они мне заебали звонить? Серьезно, Тамара, блядь. Тамара, блядь. Я утром сплю, 4 ебаных утра, блядь. 4 утра звонят мне. Привет, Тамара Васильевна. Иди нахуй со своей Тамарой, блядь. Пиздануться, блядь. Злой нет, блядь, Тамара. Хватит звонить Тамаре, блядь. Это гениально. Это гениально. Здравствуйте. А у вас случайно нет туалетной бумаги? Я просто обосрался. Туалетной бумаги? Да. Ребят, я чувствую, нужна моя помощь. Я сейчас позвоню этому кенту, который там у них, блять, столько номеров, это пиздец. Я позвоню, бля, они вообще охуели, я в ахуе. Я сейчас позвоню в Киевстар и скажу, паскуды, блять. Вы мне какой номер подсунули, тварены, блять. Мне Тамара, блять, какая-то и... Тамара Васильевна, блять. Кто ты, блядь, такая, блядь? И давай не звони сюда, блядь. Тамара, блядь, не звони сюда. Ну нахуя рили, блядь? Ну заебали, блядь. Ну как это можно жить, блядь? Я буду стримить, мне Тамара Васильевна будет звонить. Ну не на стриме звонить не буду. Игры Габара. Подождите, а в играх Габара запрещенки случайно нету? Есть? О, заебись. В Габара нет. Есть. А где смотреть-то Габара, если есть запрещенка? Видосы. Я просто обожаю такие видосы.
Да. Ах, вы ж любите помилее и помладше. Прям как я! Такой вопрос к Диане Райс. Диана Райс, смотри. Вилон смотрит злой в любой ситуации. После вечеринки ты узнаешь, что ты беременна. Реакция от, на реакцию. Злого. Сделаешь ли ты аборт? Конечно. Чего, блядь? Блядь, я там такой большой. Почему я такой большой там? Я тут такой маленький. Пиздец. Ебать, вопрос сразу. Но я бы сам ушел. Конечно, я не уверен. Короче, я не хочу это смотреть. Это Дельта Сион какой-то, блядь. Не хочу, не хочу, не хочу. Бля, я хочу Call of Duty поиграть. Рекреантов еще нет, рекреантов. Пчелки, она тоже. Я хочу Call of Duty поиграть, блядь. Я хочу поиграть в Call of Duty, нахуй. Call of Duty. Я хочу поиграть прямо сейчас, блядь. Пойти поиграть в колду. Колду, блядь. Охуенно. Поиграть, классно почилить и охуенно отдохнуть. Call of Duty. Пчелкин есть. Пчелкин есть. О, и рекрент! In life. Все. Стрим 2. Рекрент как раз запустил. Под музычку. Как же хочется тяночку, милую су... Осуждаю! 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 Что осудить-то? Что осудить? Гоу готику пройдем? Привет, блядь. Привет, нахуй. Сколько лет? Сколько лет, нахуй? Еще насчет пака Наруто. А я уже Иксайлу предложил. Иксайлу предложил. И надо только разобраться, как его вставить и сделать. Не понял. Не понял. Сюда. Напишите Алексею то, что я в Дискорде. Стрим 2. Я могу вставить и сделать, и дать ведущего кому-то. Это прям на стриме, да? Надо разомняться, верно? Позови дрона, все равно у него на стримах сидишь. Надо. Ты дрону предложил? Нет, я пока никому ничего не предлагал, просто я распездал. И нецелованную! Под глазами! Как же хочется тяночку! Не очень высокую! Нецелованную! Под глазами. Позовите Пчелкина в Дискорд. И рекреанту напишите, что мы, я в Дискорде, я ожидаю. Короче, мне надо... Как-то он делал КБ. Блядь, где-то мы играли лицом к лицу. Блядь, как он делал... Хардкор, скажи? Не, не хардкор. Хардпоинт. Как? Опорный пункт. Вот он. Готов полюбить аниме, я тоже. Ты кроме родителей ничего предъявить не можешь. Ой, а что это? Что это такое? Ты грязное там пишешь, блядь. Не пиши такое грязное, блядь. Ебать, и что? Ебать, сегодня будет пиздил, как нормально, блядь, с типами сейчас. Сейчас только разомнемся немножечко. Новый хоррор не играл, но надо. Ой-ой-ой-ой, у меня по качеству пизда. Бля, чё вы сретесь в чате? Не сритесь, у меня позитивная атмосфера. Сейчас вы посмотрите. Это, кстати, я сейчас один из лучших, кто играет в колду. Кстати, да, я забыл сказать. Я сейчас один из лучших, кто играет. Я сейчас один из лучших, кто сейчас играет именно, блядь. Алло! Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Артур. Как у вас дела? Охуенно! Охуенно! Готов ебашить. Я тоже. Артур, а как вас по отчеству? Сергеевич. Артур Сергеевич, все, договорились. Я пошел на разминку как раз, блядь, сейчас раз... Ну и... Ну все, договорились. Так вы вчера еще ночью играли, Артур. Мы ночью, да.
А вы не играли с нами? Вам разминка не нужна. Нет, я же спать пошел. У меня же утренний стрим, поэтому мне надо было немножечко передохнуть. А интересно, Дмитрий Юрьевич с нами будет играть? Ну, он уже запустил, да, мы вчера договаривались пойти. А, ну хорошо. Я только не знаю, Илюха есть ли. Если Илюха, если Илюхи нет. Лагает немного? Да не может лагать, типа, и все нормально. 100 кадров, 160 кадров у меня, ёбнешься, блядь. Вообще надо много, кстати говоря. Я только кентов не вижу. Не все здесь чел пишут, я Илюха. Иксиля нету, я не знаю, может... Хотя мы договаривались, что он будет, должен быть, типа. Да спит опять, наверное. Как же хочется тянуть. Режим не поломал. Высокую и нецелованную. Блядь, надо тренироваться. Что-то я сосу пеннис, блядь. Ни разу бы не попал еще. Да нет, все нормально будет сейчас. И прицел надо поменять. Он у меня уебищный. Очень огромный. Меня отвлекает немножко. Или не менять прицел, чат. Не понял. А менять прицел? Появилось дикое желание сожрать Макдональдс. О, Макдональдс это сильно. Да, не знаю почему. Я очень редко его ем. Но вот сейчас появилось дикое. Я стараюсь не хавать и вообще желательно. Ну вот, да. Вообще не трапезничать, а то. Ну вот. Этот. Он. Он же. Как он, сука? Я забыл слова, блядь. Я ебать, я тупой, блядь, за слова уже забыл. Да, да, он такой, он вредный, да. Он вредный. Так они могут с тыла прийти, да? Чатик, скажите Регренду, пожалуйста, что мы. Мы в Дискорде. Мы в Дискорде сидим. Call of Duty хочется играть. Теперь меня в чате тоже тяночку хотят. Как же хочется. Блять. Прицел надо поменять. Да, мы с рекрентом будем играть. У меня типы, кстати, очень часто просят колду. Я не знаю, как им так заходит она. Меня тоже начали просить в последнее время. Блять, флешка. Мне чел пишет в чате, у меня рекрент или дискорд. Спасибо. Ты, брат, помог очень. Блять, со всех дыр, сука, лезут, блять. Со всех дыр, блять. Мне не очень заходит. А мне заходит, пиздец. Полностью согласен. И мне заходит. Просто раньше не с кем играть было. Нормально. Только разогреться надо. Я вчера очень сильно разогрелся. Типа я вчера ночью прям пиздец ебашил. Профессионально? Ну да, мы по 40 килов делали в этом режиме, по 30. Типа я ебашил пиздец прям с типами. Где, в батл рояле? Не, в этом, в КБшке. Все понял. Блять, что это? Блять. Go PS4, go, у кого PS4? А, типа ищет, блять, в колду с типами поиграть. Я не знаю, как на PS4 можно играть. Типа, мне предлагали, кстати, поиграть в новую колду. Но я отказался, потому что я, типа... На ПСке предлагали поиграть. Сказал нет. Ты что такое, я могу взять? Ну, типа сна. Ебать, типа основа. Не целованную. Тари пари, рури, пари, рари, пари, рари. Как вы относитесь к энергетикам, Артур? Хорошо, кстати, можно было бы и выпить, но я буду очень энергичным. У меня хорошее настроение, бля, как раз. Позвонили мне сейчас Red Bull, говорят, хотим вам ящик привезти. Серьезно? Ага, да. А как это? А кому позвонить-то? А я могу дать контакты вам. А что? Я бы с Red Bull'ом поработал. Ну они просто типа. Вы нигде их не размещаете, ничего, они вам просто на халяву энергетики привозят. Бля, да я бы даже разместил, блядь. Я бы тоже разместил, да. Но типа. Ну вот так. Бля, давайте, а в Киеве привезут тоже? Ну я надеюсь, что у них есть там в Киеве тоже свои эти. У меня клава опять выебывается. О чем вы тут? О, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте. Мы разговаривали, что Red Bull мне позвонил сейчас. И
говорит, завтра ящик энергетики вам привезем. Вот разговариваю насчет энергетики. Как вы относитесь, Дмитрий Юрьевич, к энергетическим? Блять, что с Клавой? Нейтрально. Ну, полностью согласен. Че, мы в Warzone сразу? Да, конечно. Там мы разомнемся, как говорится. А Илюхе никто не писал, да? Могу написать. Уже напишу я. Сейчас напишу. На, ну давай. Если что, у меня есть... Сейчас, секунду. Да, сделаем, только давай после 5 вечера. 5-6, так, я подъеду и сделаем, брат. Илюха... Не убивай. Всем одинаково дают бесплатные вещи вот эти в магазине? Ну, вроде почти всегда одинаково, иногда рандомно. У меня вот нихера нет. Вот там... мне что-то дали. Нормально стреляю, чёт? Лучше всех. Мне не предлагали никакой ящик. Да, я тоже могу дать контакт, мне не жалко. Да, Алексей, да, блядь. А я хочу, у меня все пьют энергетики. А я хочу опять. Мне не надо бегать. Я высыпаюсь и кофе могу попить, мне не надо особо. Я тоже могу. У меня когда дни напряженные, типа очень энергично затратные, то я постоянно энергетики пью. Так, Злой, мы вас ждем, мы уже вдвоем, осталось только дождаться вас. Давайте, все, кинуть игру. Блять, купил Вармила клавиатуру. Ебаная задержка в игре. Прикинь, я нажимаю, и у меня задержка чисто в игре. Я в ахуе. Это каким образом? Ну типа, я жму вправо, и оно через доли секунды только вправо идет. Это у тебя странно. Клавиатура говна просто. У меня Bluetooth, может мне просто включить провод в нее, блядь? Ну это пиздец. Напомните, какая фирма клавиатуры у вас, Злой? Вармила, блядь. Я ее купил, нахуй, очень дорогая, ебать. Меня это начинает раздражать, сейчас провод подключу. Типа, это Вармила, не очень круто. Вармила, я так подозреваю, что они просто выглядят, типа, прикольно. Они, да охуенно выглядят, но мне кажется, не фулл уёбищными. Да, у них и качество сборки нормальное, просто... По поводу беспроводных, я не знаю, вообще клав, я не юзал никогда. Ну и ты, Юрий, запускайте. Да я думаю, что мне какой бес поставить. А, бесик. Так, ну, а да, что, думаю, длинный ствол полше. Ставить на снопу, наверное, да, я так думаю? Не-не-не, нет смысла. Нет смысла ставить длинный ствол в этом, в батл-рояле? Не, нету. Ну давай, так попробуем. Легкий глушак поставь просто и все. Прицел если поменять, хочешь. А то это пиздец. У меня желтая точка посередине, это невозможно стрелять. Легкий глушитель. У него беспроводная, ребята, Вармила. Беспроводная. Ну я провод подключил. Легкий глушитель на что? На СПР или на вал? Да-да. Легкий глушитель на это. На СПР. Да. Это что? А зачем? У меня стоит лазер, прицел, затвор, патроны. Не, если тебе не надо, то не ставь. Не, не буду ставить, типа. А там последний, да? Последний глушитель этот. А, и дистанция у него и так ёбнутая, пиздец. Да она баганая, её сегодня пофиксят, скорее всего. Она ж баганая, она на все дистанции в точку стреляет. Все, погнали. Да-да-да, мы готовы. Дмитрий Юрьевич, запускай. Ой. Так, Илюхи нету, да? Ну, пока нету. Илья! Илюха? Бля! Что такое? Слишком громко? Думаю, он услышит. Мне говорят, что нет беспроводных вармилок. Ты как это беспроводные? Что натворил? Как ты сделал это, бля? В смысле? У меня Bluetooth вармила. Я сейчас провод отключу, она будет Bluetooth. У меня Bluetooth вармила. Они рофлят, что ли? Full custom какой-то, что ли? Нет, я купил ее. Как это нету беспроводных? Они наоборот есть вармилы беспроводные. Это что-то там кто-то напутал, наверное. Типа так не может быть. Почему ты играешь на лоу-качестве, чтобы кадров больше было? Говорят, есть ВА-провод, есть ВД-беспровод. Ой, блядь, что они там по ним... Все нахуй такие умные, ёбнешься просто. Все, блядь... Так и есть. Наш чатик самый умный. Ебать, Кент умер.
Все, пошла пиздилка, давайте, типы, блядь, сделаем резюку. Сделаем пиздец, пиздец. Блядь, я давно этого ждал. Если честно, я ложился спать с мыслью, что мы завтра будем охуенно ебашить. Ну давай сразу, да, с первой катки топ-1 сразу. Жестко, изи, взят, изи, да. Изи, дядь, сразу изи, 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 изи. Я даже не вижу меньше, меньше не вижу. Так, я, значит, правильно понимаю, что у нас Алексей Андреевич, Дмитрий Юрьевич и Артур Сергеевич. Да. Ух, я так профессионально прям. Да. Да. Куда прыгаем? Давайте суперстар. А что, может, на поезд? Давайте на поезд. На поезд сразу. Пойдем. Давай, давай, давай. А ты как его увидел вообще? Я тут сейчас прогрузился. Он всегда в этой точке спавнит. А многие падают на поезд, да? Да. Ох, это сейчас будет пиздилка грязная, да? Да, сразу оранжевый сундук открывай. Уууу! Пошла пизда по кочкам! Сюда, по одному нахуй! Бля, у меня оружия нет. У меня есть, дядь, у меня есть, иди ко мне. Бегу, 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 бегу. Подумал. Потом в госпиталь погнали, когда золото. У меня есть, у меня есть, у меня есть. У меня стоит тут весь ствол. Стреляют? Ёпта, чуть не упал. Не-не, нормально. Я чуть не упал. Вот-вот-вот. Погнали в госпиталь. Го-го-го-го. Слазим просто? Да-да. Блять, там еще красный ящик был. Все красные ящики полутали. Да вроде, у нас на крыше. Рекрет, мы бежим, блять! Я коробку с арморами кинул в доме. У меня есть 8. Никак лучше выкидывайте нахуй. Да? Есть госпиталь, видел. Да, да, вот здесь. Крыша, крыша, крыша. Да. Если у тебя жокер, прицелься на крышу, там где вот на оранжевую метку прям, ебани. Ты взорвешь им верт. А, ну я чуть-чуть. О, это что? А, всем нормально. Чуть-чуть. О, армор сбил. Чел падает. Я к нему. Вот я это крыша, он без армора. Нихера себе. А что это у тебя, дядь? Что это Ай. За... Реквием, ты чё присел? Ща, да я браузер закрывал, у меня FPS пиздец жрёт. Твоя же хуйня. Ой, у меня тип на крыше, тип на крыше есть. Ща, обхожу, подожди. На самой крыше. На втором убил сразу и на крыше ещё. Да, 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 да. Блять, их двое. Ты лёг? У меня броня есть. Не, живу. Всё норм. Я положил, я его накоцал. Смахнул его и еще один. Я ползу к тебе. На тобой сзади, рекрет! Лучший. Ебать, инфа, хорош. Лучший. Сверху покоцал, типа. Блин, у меня патроны. А, еще на верхней, да, крыше наверху, есть? Наверху, тип, коцан. И к нему еще один идет. На рыжий, да? Блять, как они залезли на эту крышу, ебучую? Можно залезть, если я нокну со снайпы. Вот здесь подъем есть, шнурок. Я еще арморы кинул, метку дал на арморы. Ага. Они улетели на верте, по-моему, они отдали крышу. Пойдем запушим, они комплект вызывают. Пойдем. В магазин. Пойдем. Вызвали уже. Сейчас залутанные будут. Отлично, погнали, ебать. Интересно, это тут до хае докину? Не, не докину. Слишком жестко. Так, нормально все? Так, я верт контролю стою. Ой, блядь, они меня увидели как-то. Вам надо нокнуть? Дмитрий Юрьевич, секундочку. Да. Неудобный есть. Файт. Надо джокера им ебануть. Нету джокера. У меня есть. В палатке один, в палатке. Я с этой... Куда ты такие препы мне даешь? Ты что, дурачок? Положи на него. Что это такое? Блять. В палатке лежит. А по одному по армору? Я дура просто. Слушай, мы их хер убьем на самом деле. У меня оружие. У тебя туалет слева. Вижу. Отходим, короче, нахуй их. Потом убьем. У них комплекты уже. Ой, сзади нас в тыле будет чел, на С4 подорвался один. Вот этом здании будет. Не-не, в том меньше, маленьком. Тут будет тип зары. Понял. Сзади. Можем на крышу залезть. Можем. Да, типы, тут главное, блядь, не атаковать сразу, не лететь, блядь. Перед батьком пекал, как говорится. У меня броня, у тебя есть броня?
Да, скину. На крыше здесь. Ой, тебе. Я просто хочу нокнуть кого-то отсюда. Они вообще непонятно, где ушли, может, куда-то. Вижу одного, пометил. Госпрей его. Сбрил. Поехали. Спасибо за монеты, хоуми. 300 копеек, не песен. Все, он один был? Да, только одного видел. Еще палатка. Нок. Классный у тебя стрим по Warzone. Ой-ой-ой-ой, с крыши, самый большой. Фидгет и плеер. Я делаю короткие видосы по Warzone. Ой, блять, он меня нокнул. Живи. Главное, живи. Живу, дядь. В принципе, если за мной сядешь, то можно поднять в теории-то. Хотя я не уверен, нихуя. Могу... Живи. Я сразу спрыгиваю, Алексей, поднимай. Давай. Этот китофарик лежит до сих пор нокнутый. Лучший. Так, лутаемся у них. Дробовик, что ли? Я на комплект скинул денег. Угу. Мне брони, конечно. Зимора, возьми, если хватит. А, не хватает 100 баксов, пиздец. Я взял комплект. Давай. Кидаю. Я падаю. Что так бежит рядом, нет? Это, скорее всего, палатка звуки издает. Они на шаги похожи. Палатка. Спасибо, дядь. Что, полетели? Я активку воткнул. Спасибо, брат. Алексей, скиньте денег злому и купите армату. Броню. Давай, держи. Да. Что, все будем? Да, скинь арматочка. У нас ноль. Бля, а что по патронам? Скинул, Алексей. Вы невероятно вежливый, Дмитрий Юрьевич. Все, поедемте. Поедемте, Дмитрий Юрьевич. Ой-ой-ой, нихуя себе, блядь. Полетели. А. Что, контакт возьмем, где он там лежит? На крыше могут до сих пор быть кенты. Кого возьмем? Там один. Контракт под нами, килл-контракт где-то. Я хер знает, внизу, видимо, в сам. Наверное. Ну, голову возьмем его. Полетели. Ты что, бесцельно летать? Блядь, у меня... Дигл, сука. О, недалеко. Я автомат забыл. У меня дигл. Пати плохо. Потом возьмешь. Бесполезный, сука. Ладно, сейчас ёбника вот туда. 100%. А, вот справа целит, на отметку дал на него. Я встаю. Да пизда, да как? Да, встали, блядь. А как, блядь? Пойду сейчас к нам. Поднимай, злой. Ой, хорош. Еще с другой стороны там. Я тип. я подниму, у меня МК. Близко. Один ХП, близко. Блять, их двое, дядь. Мы откисли. С пулеметом уебище идет, блять, Рэмбо, ебучий рот. А как взорвали-то меня, нахуй? Вертолет взорвался, дядь! Вертолет взорвался! По-моему, он горел уже. Да. Он уже отъебал. Ты въебался на верте, я выпрыгнул заранее, типа. Пиздец. Я не выпрыгнул. Я тоже. Я просто откис. Жестко. Нормально. Походу дерево коснулся и все. Да, я так в этом в наземной войне умирал раз 40, наверное. Просто на верте прилетел, меня и он ебнул. Нормально въебал кенту, да, в ебучечку? Чисто пау! Повторим, сейчас будет грязюка. Меня слышно? У нас еще комплект есть. Мне пишут, что снайпу пофиксили, но сейчас затестим. Фиксили, то сегодня интересный день будет, привыкание к баллистике к новой. Я выиграл. Лучше. Ты тоже? О, ебать, лечу нахуй. И тестки такие прикольные, с батл пасса с 95-го что ли уровня. Не, часы классные здесь зеленые. Да. Машинку может? Или пешком? Да, возьми машинку, да. Я пойду вот контракт возьму, чтобы деньги на Алексея нафармить. Чисто Алексей на содержанке, блядь. Содержим, блядь, Алексея. Да, а, нет. Хавка, это... шмотки, блядь. Это вопрос, оказывается, был. А, я что, бизнес-так не увидел? Алексей, мы сейчас вас выкупим. В целости и сохранности. Хорошо.
Алексей, скажи, если меня позвали драться, и моя мама сказала ради нее остаться дома, но если останусь, меня будут считать циклом. Но зато я буду с мамой, мама важнее, согласен? Ну, по факту. Да. По факту. Мама ну, важнее. Да, блядь. Какая разница, кто что говорит за спиной, братан, если ты впереди? Уф. Бля, ну у меня снопа, брат. Ты нас тут встретил. Это ты сегодня от Симонова услышал эту хуйню? Да-да-да. Бля. Блять, уёбище, прикинь, мину заложило, блять. Так, я погнал квест сделать. Ага. Залетай тоже, что там, все лутано. Я... На похуй. Я тут. Там музыки играют. О, ебать, это что там было? Это мой фал. А. Ой, вал. Я постоянно фал пулемет называю. Пулемет возьму нахуй, блять. Повторим. Ой, сзади, сзади было. Далеко, не? А как, что у тебя музыка играет? Как его вырубить вообще? На N, я могу вырубить. А что, тебя бесит? Не, просто как-то неудобно, блядь. Понял. Но нет, и есть. Ой, еще лучше пулемет. Музыка на... Арма. Связала. Да. Ты ее никак не вырубишь. Только водила может. Дмитрий, о, есть 8 брони, брони 8 есть, слышишь? Найс. Сейчас. Хилься? Я только заложу. Что, Алексей? А где вы учились езде задом? Алексей, мы вас возвращаем. Школа жизни. Школа жизни, понял. СПР 208 надо. Возвращение. Возвращение, замечательно. Юниор, марш, котлис. Давай. I'm come back. Так что? Алексей, на комплект, падаю. Да. Да, патронов надо было купить еще. А похуй, найдем. 5 патронов и по 90 нормально. Комплект забрал, патронов нет. Все замечательно. Опа, полетели, господа. Нихуя такси, блять. Вот это я понимаю. Это нормально, бля, это нормально. Это Uber чи Яндекс? Это Uber Black. О, май. Это неплохо. Как же хочется тянечку. Так, а сколько типов осталось? 49? О, так это... Бля, я думал, это Кен стоит. Это халява. Тоже все лутано. Сейчас я деньги заберу, секунду. Чистокончик. Нужно больше кентов. Так, сейчас будем убивать кентов. Выхожу. Прям тут он? На крыше, да, перед нами. Нокнул. Ой-ой-ой, меня смотрят. Я тоже теперь. Он в доме? Да. И слева где-то еще, посмотрите. Вот. Нокнул. Дом хорошо. Почти нокнул. Один за камнем упал. Там. Там есть какие-нибудь арморы, не арморы, патроны? Да, есть. Да. Патронов даже много нет. Много арморов. Что, дом запушим? Он там без брони. Да, у меня С4 есть. Секунду. Вот здесь подгузник, не хочешь? Подгузник? Нихуя себе. Флешку закину. А патронов так и нет у меня, слышите? На первом где-то. О, патроны. Лучше. Замечательно. Все, там нет никого? Броня лежит, заберите. Броню забираю. Есть что-то по гранатам у них, блядь. Нормально мы залетели, блядь. А ты с бдительностью, да, сейчас играешь со вторым пятом? Да. Он охуенный, я теперь вижу, кто меня смотрит, блядь.
Там есть еще холоднокровные, если будут, то ты не увидишь, что на тебя смотрят. А холоднокровные это только место бдительности можно поставить, да? Не, это первый перк. А, так мне можно холоднокровный поставить, чтобы никто меня не видел? Если чел с бдительностью, то типа ему не покажешь, что ты на него смотришь. Но с бдительностью никто не играет почти, поэтому вообще... А почему? Ну, потому что с призраком все играют, чтобы на карте не светиться от ППЛА и датчика. Ага. Такой легальный чит. Такой, знаете, легальный чит. А ты какими перками играешь? Я с форой играю и пополнение беру иногда еще. Это которые гранаты восстанавливают. О, постоянно. Это охуенно, слышишь? Вот там кенты я видел. Вот в этом доме есть кенты, они стреляют. Давайте отсюда снайперим. Еще правый дом, правый нижний и на крыше есть. Дай метки, я просто... Здесь. Вон метка. Положил. Сбил броню. Еще... Да, какая-то есть. Появилась какая-то вот политика. Тут две команды есть еще обратно. Не ошибаюсь. Две команды. Сверху или где? А, снизу еще? Да, на оранжевой еще двое. Сверху сейчас чел поднимет его. Выбежал. Блять, а я удар бы какой-то. За домом чел. Можно под правых подъехать, только посмотреть. Ой-ой-ой-ой, вот тут, вот тут. Вот там, с другой стороны, блять, с другой горки хуярит снайпер, да, слышишь? Да-да-да-да. Поехали. Поехали, злой. Попал в него. Ой-ой-ой. Ебать, ой-ой-ой, Дмитрий Юрьевич. Да что за оружие? Я один из лучших сейчас в вождении. Выходим заранее. Посерьезней, пожалуйста. В метро, два кента Фарика. А, они в метро спустились? Да, я тоже спущусь, сейчас пизды ему дам. На доме кент. Бля, долбоёб, я долбоёб. Алексей, 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 помогите, я сейчас умру, Алексей. Бля, долбоёб, промазал по кенту. Секунду. Ничего не слышу. А, ебать, у меня гернаут нахуй. А, не, он с миниганом просто. Два дебила сидят в метро, кемпят. Поехали реквием трясти? С деньги есть? Что за хуйня? Да, что они делают-то? Блять, уебища на крыше. Куда? Сидят. Давай с другой стороны выйдем. Давайте. С моей. А, я вижу их. Положил одно. Он правее. Аккуратно. Так, магазин я вам отметил, если что. Хорошо. Поехали в магазин. Можем их запушить, конечно. Да я ебал, блять, их трое. По-моему, двое, ну ладно. Давай попрыгнем. Еще сзади, сзади еще будут кенты. Надо бы машину спиздить. Они нас видят. Да, не, на машине не дадут, лучше бегите просто. Просто бежать? Нам в сраку сейчас зайдут кенты. 100%. Сломал мор. На машине кент, блядь! Слышу, уезжает. Кент вышел с машины. Понял. Нет, обратно сел. Где он едет, блядь? Вон, направо ушел. Че его не вижу, блядь? А, я вижу, да. Алексей, вам будет третий перк поменять, прокачку поставить. Третий перк, хорошо. Да, да. Побежали. Да, поехали. Еще одна машина сверху. Он стоит слева. Пускай стоит слева. Блядь. Машину понял, вижу. Дрочит. Они на аэро поехали все. Да? Армор дал. Магазин. Идем, идем. Крышу аккуратно, все еще с крыши могут попасть. Угу. А где магазин, блядь? Вот, вот, перед тобой. Еще можем и посылку, кстати, купить. Давай деньги. Давай деньги, купим посылку ему сразу. Держи. Посылку заберете? Рекрэнс, скинешь еще денежки, надо арморы купить. Да, да, да. В лесу воюют типы. Спасибо за посылку, да. Вижу. Туда не регать, далековато. Да, и дай армор. Ой, давай, давай. Ой-ой-ой, он нам хуярит? Да, да, да. Скидывай армор. Да. Чё, куда идем?
За мной, за мной. Сейчас сзади придут, слышишь? Дмитрий, сзади, сзади. Давай в бункер. Да. Машина сверху слева. Да, вижу. Пошла тулёшка, блядь. Опа. Лютая, лютая какая-то полетела. Ой, дайте патриков на ШВ и СВ. Немножко. Раз, два, раз. Я скинул чуть-чуть. Спасибо, спасибо. Хватит. Пиловые крысы бегут? Или на бункере будем? Да нет, что-то они уехали, наверное. Как они? Уверены? Надо поаккуратнее смотреть. Да, что-то... Я вычисляю. По-другому пошли как-то. А, вон машина едет перед нами. Инфу, инфу. Крак. Бар-бар-бар. Положил одного. Пушим? Не-не, гони пропустим просто слева направо. Положил одного кента. Пули у меня заканчиваются, ребят. Вижу, здесь сидит. Попал. Ног, ну вообще. Минус арбат. Положил. Добивай, добивай его. Добил. Нахуй. Нет, не добил, еще раз положил, походу. А все, он за ящиком, его не видно. Да, нокнул одного. Он его поднимать сейчас будет. Ебать, мы бежим, конечно. Положил еще раз. Дима, он один. Жестко. Гранату закину туда. Нокнул еще. Бам. Нок. Все, все нок. Изи. Прикольно, и ни одного килла мне не засчитало. Нормально, два нока, ни одного килла. Ну, прикольно, в принципе. Я все три вроде сожрал. Термиты возьмем. Броня есть, если надо кому-то. Заберите. Есть арморчики, нормально. Так, блядь, что-то эти, сука, все с окогами бегают, ёсыпы, блядь. Что это у нас? Что такое, кто стреляет? Не, это я поменял на ствол получше. Есть деньги, да, у нас? Трассер красивый на этот вал с батл пасса с сотого левела. У тебя уже сотый левел? Да. Вчера апнул. Ёбнешься, блять. Так у тебя же тоже злой. Не, у меня не сотый. Ты же сказал, ты все левелы купил сразу. Не-не-не-не, я не покупал. Че, куда-то идем? Да нет, сидим пока че. Тут? Давай. Я сижу. А, наверху, мы да? Там файт, мы там файт. Куда постреляем? Где, где, где? Где? Правой стороны. Броню. Сейчас с правой стороны были, типа. Убил нас. Хорошо, что, на точку летит, нет? Да, да, да. У тебя нет, у тебя другой обвес. Там дохуя кентов, слышишь? Пронесло. Да. Чел правее ушел. Убил еще одного. Нахуй. С правой стороны типы были вон где-то на 120. Слушай, сраку нас далеко. Не выебут сейчас. Да не, не должны. Нормально, минус 2 дал. Четыре врага, не знаю где они. Может в бункере сидят крысы? Вот. Соседи. Были, говорю, на горе справа, если они на там горе, да, там, но там пиздец, все поразбегались. Откуда? А, стреляют по мне. А, вижу, стороны, вот тут, вот тут, где-то. Меня снайпер попал. Я на броню. Где? Метка. Ну, да, по меткам, меткам, метки, давайте сразу. Это вот, на синий. Двое осталось. Два сольника осталось. Один справа, наверное, и один передо мной где-то. Это первая катка наша? Да. Я же говорил, топ-1. По мне снайпер с оранжевой прям. Вижу. Да. Попал у меня тоже. Мансую как сука. Он по мне хуярит. Он правее чуть-чуть. Не вижу, не вижу, не вижу. Он упал вниз, вот он. Да, вижу его. Попал он. Убил. Хорош, блядь. Опять у меня это попал. Ласт. У меня где-то. На дороге. С ножа его режем! Оглушаю! Оглушаю! Где он? Ну, Саня, дай собачка его. А, ладно. Блядь! Надо было нас резать эту сумку! Суровые, суровые ребята. Один собакой загрызть хочет, другой зарезать. Этот, Илюха пока не отвечает, я Артура сейчас позову, который с нами вчера играл. И сейчас, ну, дайте секунду, я Илю разогрею. Ну, блядь, топ-1, первая катка топ-1, это очень круто.
Это очень круто. Да, особенно столько, сколько я настрелял, это вообще имба. Да мы все знали. На самом-то деле. Да, Алексей, третий перк, ставьте прокачку, у вас оружие будет в 3 раза быстрее меняться. Это имба вообще. Без него неиграбельно. Поставил. Хорошая работа. Good job, guys. Я не знаю, с чем поиграть. Вот мне вот эта херня, она не нужна по факту. А мне надо патроны на 5 поставить? Ой, магазин на 5 поставить? Или на 10? Второй, либо третий магазин. Второй поставил. Ну все, у вас пиздец сейчас будет. Тактическая рукоятка или рукоять командос? Тактическая. Но рукоять вообще не особо нужна, там покруче обвес есть. Я глушак себе поставил вообще. С глушаком поиграю. Уже открыт. Да где он открыт? Вот он. Какой-то еще не открыт. Вот они, закрыты. На 2-м уровне он откроется. Через 2 левела только. Че, Артур заходит? Алло. Алло. Бля, ебай грязно было. Нормально так. Очень жестко. Сейчас я приглашу его минуту. Но. Я же говорил топ-1. А сколько подряд раз топ-1 брал Рикен? Я не знаю, я не считал. Ну, мы с парнями, когда к Турику тренились, либо сам турнир играли, у нас там типа за 3 часа 0 этих поражений было вроде. Ха. Потренились немного. А у тебя же своя команда есть, да, какая-то? Не, ну просто если Rivals, ну я Rivals с одними и теми же ребятами просто 2 раза играл, а так, не, никакой команды нет. И вы выигрывали, да? Да. Неплохо. Согласен полностью. А еще турниры будут какие-то, интересно? Ну, завтра будет турнир один. По колде? Но... Да, да. Я там не смогу поучаствовать, потому что у меня... С другим турниром в одно и то же время. Че, мы ждем кого-то? Угу. Я пригласил. Ну, да. Я тут. О, привет. Здорово. Здорово. Это Артур. Тоже. Дабл Артур получается. Ну, между нами вставайте за желание, загадывайте. Все, можно стартовать, погнали. Ох, ебать, резюка. Я забыл, что тут по 3 типа, типа, когда мы только что играли. Думаю, 4 постоянно. Что у вас там, пасхалку просит уже? У меня уже пасхалку просит. А Илья придет, сделаем. Если придет. Если придет, если он не спит. Спящий. Да не, он... Вряд ли он спит. Илья Александрович. Это мы вчера хорошо посидели. До скольки вы сидели? Я ушел где-то до, до 4 или до 3. До 3. Ее делать ровно 7 минут. Да-да. Мы 3 раза пытались сделать ее. В смысле, она сложная какая-то? Да. Но да, она да. Требует таких интеллектуальных действий. Я снял видео сегодня это. Ну, раза с 4 у нас, наверное, получилось, да, или как-то? Дудаем, 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 дудаем. А что, прям что-то дадут? Скинчик просто на брюн. Блять. Ну брюн сейчас неиграбельный, он был в мете, короче, с ним играли все 1.5 месяца где-то. Он прям имбалансный был. А потом пофиксили его и все, все перестали играть. Пофиксили и выпустили скин. Нормально. Знаете, как они делают? Короче, выпустили великана, вот этого персонажа. Там охуенный скин на брюн с трассерами и все такое. И, короче, на следующий день после этого убили его. Занерфили. Так же было с Грау, короче. Ну,
добавили новые крутые скины на Грау, все их купили, и через два дня они Грау пофиксили тоже очень сильно. Короче, ход гения. Суперстор? Угу. Я так понял, тут нету типов, которые играют типа прям с очень рандомными оружиями. Вот, допустим, у меня есть этот, сука, как его? Такой... Короче, глушитель на него еще очень огромный. Штурмовый толк. Один? Да. С ним, я вижу, вообще никто не играет. А я, хотя, с ним очень долго играл. Ну, типа, есть мета. Хочешь побеждать, бах. Хотя, я думаю, что ты можешь со своим любимым оружием. Да, да тут без проблем. Мы на оранжевое еще. Угу. Просто там что-то занесло. Блядь, еще... Ребята, попадало, ёбнешься сюда. Угу. Реально? Реально. О, не вижу. На крыше, да, походу? Я пошел туда. Сзади кто? На крыше есть еще кенты. А в суперсторе убили? Двое тут бегало? Нет. Я одного убил какого-то. А, ну и злой убил одного. Не, они вместе бегали. Я наверху, наверху, наверху есть типы, 100%. Так что осторожно сверху. Да, топают, топают, топают. У меня, кажись? Да. Сзади меня. Положил одного. Здорово, не вижу. У меня есть. Идем, идем, идем. Уполз, сука, прикинь. Уполз куда-то, блядь. Не, не дополз. Не уполз. Тут еще один бегал. А вот он пробежал. О, это мы заберем. Это надо. Реквент, ты где? Я иду. Так, у нас дохуя монет, можно пойти что-то купить? Пошли, пошли. Чем я комплект возьму? Произошла зачистка только что. Культурная. Брони могу взять. Взял брони. Ну, надо. Так, один, пока иди. Тихо, блядь. Я бабку запустил, чекай. Вот, есть там. Белла-пла. Ну, тут, да, ребята, сверху. Чё? Можно таргет взять и к ним побежать? Садитесь, я жду вас. Поехали. Что на такси, блядь? Прикиньте, если он один, мы просто, блядь, сейчас вчетвером его отъебашим. Дави его нахуй! Не-не, он взорвет еще нас. Не стоит. Вот он. Я его руками буду. А как он упал? Бедняга. Ты ему ёбнул со снопы? Да-да-да. Такой стоял-стоял, хуяк упал. Так и бывает обычно. Так, подожди, заберем. А если я буду вот так стоять, меня быстрее ёбнут или нет? Да. А БПЛА не хотите купить? У меня есть вот такая хуйня. Спасибо. А куда я её закинул? Возьмите БПЛА. Она на землю упала. Сука, монеты. А, я возьму. Блять. Ответь, ответь. Блять. БПЛА есть. Еще есть 1000 монет. 1000 coins. Let's do this, guys. Юзать? Сейчас контракт возьму всех. Бать далеко что-то. Ну ща подъедем, нажмешь. Угу. Ебать чисто, блять, ковбой. Ковбой. Так. Нажимай.
О, ебать, на контракте, блядь, две команды, дядь. Полетели. Вижу кента, есть. В домике. Упал. Выходим. Минус броня. Нокнуло. В домике маленьком еще может быть. Один отдыхает. На втором этаже. Да, на доме. На доме есть? Да. Я поднимаюсь потихоньку справа. Минус армор у него. Сейчас будет регейн. Спросите у киберспортсмена про баллистику снаряда со снайперской винтовки. Её нет. Блять, уёбище, я тебя джавелином запизжу, наложу. У меня джавелин есть, нормальная тема? Не уверен. Не особо. Я его поднял, мы можем кого-то ёбнуть. Знаешь, как он работает? Он в небо стреляет, и снаряд летит секунд 10. А он самонаводящий? Нет, ты выбираешь точку, и он ебашит. Допустим, небоскреб можешь выбрать какой-то, вверх прицелиться, подержать кнопку, и там через 5-10 секунд ракета именно ебло прилетит с неба. Не, и то не убьёт. Нет. Армор. Положил. Накоцал. Бело. Флешку закинул туда, все. В доме может быть. Никого на датчике. Купите ВПЛА, селфики и поехали. Я купим. Я скинул деньги там. Ага. А где? Ага. Я точнее авиаудар купил, на всякий случай. Ну если чё, блядь. Да не трусит у меня руки, просто отдача сильная, нахуй. С ппшки отдача ёбнутая, вы чё, блядь. Еле с контроллером. Что? О, на нашем первом магазине есть. На доме, кстати, вот есть тоже. На суперсторе? Угу. Этого я убью, он на втором этаже сидит, крестится. Ну давай. А нахуй он крестит без этого, без, блядь, приколов? Ну так вот. Все, убил? Да. Пацан ничего не понял даже. Го на синюю закрывай. Угу. Го на синюю. Чё-то я не вижу никого на крыше, что-то. Они внутри сидят. Про минимум. Они inside, они outside. Опа, видно. Челкин! Без брони один. Полетели. Двое без брони. Двое. Вижу, есть. Все, уходи. За костюма злого не видно ни хрена. Вышел. Один спрыгнул, где-то вот эту тут может быть. Бегаю чисто, блядь. А еще где? Там, наверное, где-то. Где-то еще Типсон, аккуратно. Да нет, вроде. И двое было. А, ну их трое должно быть точно. Ниже сидит крестит. Больше нет. Все, да? Пьяно. Вроде. Никого. Два кента. Что, идем направо? Погнали. Подъезжайте, Алексей. Конечно, друзья. А, Дмитрий Юрьевич на своем? Давай, паркура да, заберем. На парковке чел какой-то один. Ну, блин, не по одному все. Непонятно. Встал просто. Блять, его просто ебну. На оранжевый, го убьем. Давай. Макс, в окно сидит, смотри. Где, видите их? Да, на оранжевый. Справа. Дом. Подошел в доме. Я в голову дом. Я в дом иду. Ждите, пожалуйста. Сейчас подойдем. Убил. Закинул дерьмо. Блядь, не закинул. Забирай обратно. Тут уже нет никого. Че, уже все, ебать? Вы че, ёбнули совсем? Да. Я не ебнули.
Дудэм, дудэм, дэм, дэдэ, дудэм. У меня 1900 монет. Садись. Нормально, нормально. Сейчас, секунду. Мы просто едем, защищаем, что ли, типа? Да. Клининговая служба выехала, блядь. Как иначе-то, как иначе-то. Алексей, куда вы там опять пошли? Я никуда, я здесь. А что вы остановились, я думаю, чего? Я за контрактом. Мы едем на контракт? Нема вопросов. Все, поехали. Дмитрий Юрьевич, полетели. А зона-то хуярит, нет? Полностью согласен. Ну, он тоже бежать ему надо, типа этому. А мы подождем, может, его немножко? Ну да. Может, и подождем. На горочке какой-то, на пригорочке. А, есть контакт. На крыше, да? Не-не-не, вот он, бегут снизу. А, снизу бегу, да. Дмитрий Юрьевич. Без брони. Сбил нахуй, кентап. Еще на мне. Думал, он один, блин. Все, сзади, Артур, сзади. Идем. Вот же он. Я нажму. Без армора, Дмитрий Юрьевич, надо убить. Бля, меня сзади, еще сзади. Снайпер сзади. Положил. А, вы убили? Нет, не убили. Не-не-не. Положил снайпера. Бейк топнул. Хорошо. Сзади еще. Еще кнопнул кого-то. Ну да. Тёлкин, да, ты где? А вон внизу передо мной, безарморный. Положил. Один хп, вот. Еще там же, за гаражом. Можешь поднять пока. За камнем! Да, за камнем это. Безарморный. Мне халпа нужна, я умираю. Рекрен, за камнем. Я не успел. Прикрыть. Блять, я старался так. Это уёбище меня положило! Что это, блять? Я не знаю, что это такое, он какой-то просто фул конч какой-то, я не знаю, блядь. У него один хп был. Сверху убили, который был? Да, я положила его, но не убил. А, у меня на 200 выкручено просто. Что, все сдохли, что ли? Посмотрели очень много. Не, мы вдвоем. А, заебок, я сейчас... А я бы так не свидел, я просто Алексея хотел поднять, у него последний тик был. Да, но вы успевали. Но если бы не там мразота. Бля, я... Блядь, никак я не снопы не попал мне в голову. Я лечу на вас. А, я не успею забрать ничего, да, своего? А тут есть броня одна. Круто, брат. Тут есть оружие, бери. Я вот тут нахнул, типа. Пойдем запушим, оранжевый. А наверху есть? Не, они внизу все. Есть авиаудар. Есть, вот. О, на крыше, дядь. Бля, да вы рофлитесь надо мной с этим. На основной крыше или на крыше? Я дал метку, мне на метке. Нихуя нету, типа, оружия. Ага, понял. Одна. Ну, запустил на прикол. Я ща рискну. Спрыгнул с крыши вот с этой. Вижу его. XP. Добил. Добейте эту паскуду, я сейчас у него стволы заберу. Ооо, грязюки тут много. У меня трое. Подойдете? Я рядом. Клеймер, секунду. Еще клеймер. Еще один. Есть. Нокнул его, хилюсь. Дядь, пошла, блядь, бомбардировка. Пошла бомбардировка, ебать, блядь! Привет, нахуй, суки! Еще один клеймор. Где ты клеймор нашел? Я не знаю, просто подобрал, блядь. У них фулл сквад с клейморами, их тут штук 5 стояло, блядь. У меня тут типы где-то. Ебать! У тебя газа у всех есть? У меня нету. У меня уже всё есть, брат. У нас таргет рядом. Перкал бы, блядь. Оружие меняется долго. Через дорогу тип бежал, нокнул.
добил, это баунти как раз. О, плюс монеты. Пойдем, блядь. Закупимся, кенты, блядь. 19 кусочков, сейчас, блядь, монеты нафармили уже. Бля, это сильно было. Оп, сюда. Чел впереди есть. И сзади вас тип убил. Миссия сзади нас. Как с этого стрелять? Алексей, метку. Сзади вас тип. Меточка нам. Нихуя сзади нас. Нихуя, блядь, да. Все, положил. Ты... Стройка, стройка. Убил броню. Охнул. Еще за машиной есть. Блядь, стреляет в меня. Тварина. Убил? Все, вижу. Уже. Убил. Ой, а, хорош. Блядь, ебать, мы нафармили тупые. Ой, это что вот за уебище? Вот это уебище не надо. Крыша. На крыше? Блядь, а как я не... Нок, 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 нок. Я ему еще въебало дал уже нокнутому. Ой-ой-ой-ой-ой, это хуйня подступает сзади! Так и есть. Вряд ли он там один был. Есть еще ящик с броней есть. Это магазин бы там, желательно. А магазин вам в стадионе только привлекает. Привлекательный магазин бы покупить, типа, и перочку. Я еще такую снопу подобрал красную. Ай-яй-яй, меня сбоку ебут. Крыша ног. Ой, ебать, бегите, сука, ебаный снич! Алексей, мы тебя выкупим, Алексей. Да бегите, бегите, да. Он просто вставал, этот чел, у него там арест. Я его решил добить. Летит на парашюте! И он, как говорится, добил меня. Да. Там еще один кент есть? Трое на парашютах было. Я двоих нокнул и третьему дал еще по броне. Да похуй, их зона съест. Убил. Убил, да? Да, я думаю. Справа типа много. Вот здесь. Не вижу, не вижу. Вижу. Без брони. Флешка. Флешка залетела. Ложи всех их нахуй! Сзади, сзади, парни. Да, вот там летит, по-моему. Поднимись сразу, зона идет. Артур, поднимешь? Поднимаю. Я отвлекаю его. Есть. Ебать вот наглые. Сапочки. Ебать наглые рили, блядь. Рекрен, куда идем? А, ну, через стадион можно пройти вот в сторону магазина, купить Алексея. Давай, и... давай, 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 давай. Все такое. Трибуны верхние. Минус броня. Нок. А, бля, как... Два нока, два нока, два нока. Все, есть еще один. Еще вот там стоит. Вот тут стоит. Уходит. На синий. Он отошел. Он... Вроде как. Верхний... Не, а не, не встал. Нормально. Бля, что это за погоня? Зоны в зону нас пытаются выебать все нас. Убил. А что это за РПГ было? Ему гранату в ебаль накинул? С4-шка была. А. Бля, не туда пошел. Клейморы мы заберем. Мы даже их расставим. Может кто-то захочет лут? За зоной? Кто захочет зоны? Может кто-то в крысу убежит. И у меня, поверь, я когда клеймор кладу в крысу, магазин... Я успею купить! Алексея? Да! Да я бы на палатках купил. Бля, ты а, да? Ар, блядь, летят, хуи летят! Где, над головой? Я показал, кинул метку. Они рядом, много их, двое. Да, одному. Под мостом, да. Там еще один. Дмитрий Юрьевич. Под мостом двое. Да, за тачкой лежит за ржавой. Дал хит. Да, вижу. Бежит, 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 бежит. Попал второго. Третьему броню сломал. Алексей, и четвертый меня потахает! Убрал. На магазине есть кент! Ложите его нахуй!
сбил. Еще где-то сзади по мне стреляли. С стороны. Мы пойдем в магазин. Зеленый. А, магазин же не пойдем. Где-то на 300 там, не знаю. Вот тут много. Да, вот. Бункеры. Так, у нас еще там. О, последний магазин остался. Да, да, да. Издануться, блядь. А денег-то дохуя у всех, блядь, хоть страну выкупить можно. Можно страну. Какую хотите, злой? Я бы девочку бить. А, девочку, ну тоже. Ебать, это пробежка грязная, чисто мы бежим в зону, и всех тупо косим, и отряд. Отряд ёбнутый вообще, блядь. Опасный отряд, блядь. На комплекте падает. Ну похуй на этот комплект, купим новый. Комплект, ну как сказать. Там корона. Я бы взял, например. Корона. Убил. Убил. Команда сразу. Ясно. Ой, подожди, нихуя не команда, там 4 кента. Не-не-не, мне написала команда уничтожена, это другие. Это он с ними стрелялся. Давайте магазин купим, прикол. Я им дал авиаудар. Магазин прикола. Один я купил эту фигню. Не-не, я купил хуйню тоже. Помогайте, у меня в доме. Сейчас, секундочку. Я с пуликом залетаю, как дурачок. Ой-о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 й-
просто. Как он сзади оказался? Я просто зажал, благодарю. У нас там сзади кентол дохуя! Опачки! Сзади кентол дохуя! Да-да-да. Чё за залупа, а не оружие? Извините. Спасибо за импала, за сапку. Ой, блядь! Мужики! Не успел выйти, сорян. Он близко где-то, можешь интересно, плюс? Красный, убить его! Убил. Блядь, меня ёбнули! Тихо, подождите. Положил. Еще. Алексей! Да побачення, друже! Ребят, можно резать? Пошли куда? Надо резать. Давай я с этой стороны. Там убьют. Давай. Я здесь лежу. Идем. Отдыхай. Артурчик! Меня убьют, кажись. Артур Сергеевич, меня нет, не все убьют. Хорошо. Меня не убьют, ебать я крыса! Не убьют. Ребят, помогите! Артур Сергеевич. Все, Артур Сергеевич, сейчас. Спасибо. Купите ППЛАшку там. Бегут типы. Скиньте денег. Денег скиньте. Нет, не бежит, он очень красный. Близко. Вижу его. Убил нахуй. Ну почему? По мне. Опа. Броня. Там же, с леса, из-за леса, из-за гор вышел батька черномот. Броня есть у кого? Броню купил. Нема кого. Бля, купите коробку с патронами, у меня нихуя нету. Ван моменту. Купил. Поставил. Нормалды. Нормалайсный, ой бой, басн, цыги нам, щенко, подпаспалите. Нихуя ты, блядь, засвистел. Вот. Я по тени увидел его, лол. Да, вижу. Уходит. Вижу метку. Я пошел, ебать. А где чел след? Дал. Как бы я хотел, чтобы этот забор... Нахуй. Умирай давай. Точный удар. Да, блядь! Автобус ебаный. Падает под мостом. Лёх, еще один под мостом есть. Двое под мостом. Понял. Убрал. Ага. Под мостом. Ловите под мостом. Бля, патрона, вот он, под мостом. Что, с левой стороны были, типа... Это ластовый кент, душите его нахуй! А, все. Второй топ-1, сюда нахуй. Нихуя, мы набили 70. 70? А, ну да, у вас 35 просто, нормально. 35 киллов? Когда ты успел? Когда? Так, ну, у нас постоянно хуярило было, ты гонишь. Мне 35 же. 35. Ёбнешься, блядь. 70 киллов в складе типов. Нормально. Не, ну если мы втроём скинемся, у нас тоже будет 35. Ну да, как бы. Ёбнешься, блядь. Это я, кстати.
Мы знаем. Да не, ребят, я не сильно хуярил, я так чисто, блядь. И если бы я еще и все попадал, блядь, что стрелял, было вообще заебись. Кто-то я же вообще не, не попадаю, блядь. Плюс, 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 да. У тебя там что, микроволновка в упоре? Это у меня. Нет, нет, кондёр. А, это кондёр. Потная гадка была, значит. Блядь, в каких-то мусорных этих, блядь. Пошла грязюка. Полетели, господа. Я понимаю, конечно. Не, это хорошо, это два подряд. Это очень круто. Расслабиться чуть-чуть. Уже 2 часа стрима прошло, а я говорил, что, блядь, я вот в час запущу, потому что мне мало, блядь. Я говорил, я до 5 буду хуй. Вы только 2 игры сыграли, блядь, уже 2 часа прошло, пиздец. Как вам, пацаны, нормально? Мне в кайф, колда, вообще. Пиздец в кайф. Пиздец в кайф, пиздец. Пиздец, кайф. Ну, типа, с ребятами охуенно играют. Ребята охуенно играют, охуенная тема. Вообще, мы. В спину. На, нахуй. Лох, блядь, ебаный, блядь. Ебать. Слушай, арбалет норм движуха? Если разрывные поставить, то он ваншотает в тело. И когда даже броня есть, да? Да, да, да. То есть ты попадаешь, он сносит там 200 и взрывом еще 50. Как раз минус 250. Попадать будем сегодня? Ну, вот так вот нахуй. Вот так вот нахуй. Пошло. Ой, зона, фу. Что зона? На призрак. Ох, ебать, а че она так? А я бы все равно в сторону суперскора куда-то или вайра прыгнул. Спасибо за донат, еще раз хотел сказать. То я, может, пропустил что-то. Но и донаты у меня открыты, я вижу. Он грязно был. Грязная пиздец. А поезд тоже есть где-то уже? Да, вот он. Ох, блядь, он так далеко. Хочешь опять на поезд? Да он далеко. О! Очень. А что он там делает? Он же всегда внизу спавнился. Куда прыгаем? Полетели в суперстар опять. Полетели. Я прозевался. Ой, еп! Что такое, Алексей? Да я побил, да нормально. Приятного аппетита. Приятного. Вот, я тоже захотел. В рот докинул. Блядь. Че, есть такие... На, блять, уже да, контракт да. Взяли на Пчелкина, защищайте кента нахуй! Блин, нема кого, за шо мне надо? Уже, блять, типа хотят ёбнуть! Дайте поиграть-то, демоны! Дайте покушать бутрик, блять. Просто такие... А никого нет, слышишь? Мне кажется. Не, прыгнули, прыгнули. Я видел, да, тоже. Вот с моей стороны точно есть. Гранату кинуть такую? Ты пиздец, сейчас всех просветишь в натуре. А что? Есть, есть, 30 метров двое. У меня. Где? У меня тоже один. У меня двое даже, дядь, я уже одного забрал. И трое, все, мы всех. Залез, выше залез. Ой, блядь! Нихуя он сидит! Конченый. Наверху, типа? Я убил. Ну, он на коробке сидел, на ящике. Да, я же говорил. Вот это мы побаловались. Вот это мы побаловались. Тоже Алексей хуярили с ракетницы, что ли? Да, как последний раз. Я уже начинаю учиться играть, блядь, скоро все, блядь, конкурент растет, нахуй. Угу. А куда? Что, на магазин уже? Что, у нас денег дохуя уже? Я купил уже комплект. А может что-то еще купить? Да. Покупайте БПЛА. Опа, цели там кто-то. А откуда не бачу? Или показалось? Я хип-хопа олдскульного врубил. Сейчас заедем. Я тут-то. БПЛА? Артур, купишь? Грузовик едет. Вот, грузовик. Я за комплектом. Да бляствуй, сука. А, меня пуль ноль в снопе! Ебучий случай, блядь! Скинул.
Поехали, загоняем грузовик. Поехали. Нажимай тебя, бабку, Его. У меня не блять. А, я не купил, Артур? Да, мне пришлось пересесть, блять. Но мы и так всех видим, кстати. Давайте. Ого, ебать, там замес лютый! Выпускайте давай, меня, давай. Мы поможем. Выпускайте кракена, блядь. На магазине тулёшка грязная, давай. Ебать у нас... Скажите, когда прыгать. Уже, дядь, пошла пиздюка. Первый, блядь. Первый упал, нахуй, блядь. Что, где кенты, блядь? А где попрятались, блядь? Что ли, нахуй? В автобусе сидит. Между автобусом. Тут осторожно. Пошла, хае. А, так он с пистолетом, блядь. Попал. Из канализации вылез, уёбище. Черепашка ебучая вылезла. Вот тут будет. Ой, с правой стороны. Убил его. Все. А что за красные трассера, дядь? Это сотый левел батл пасса. Охуеть, они красивые. Я иногда пугаюсь даже. А у них нихуя не было, да? Они чисто, блядь, такие. Они вызвали комплект и не успели взять. Ой, блядь, да им не помогу, я думаю. Они сюда прилетят сейчас забирать. Можно, опа, блядь, прилетать их с кайфом. А с кайфом. Так, там тут же чел. Тут чел есть в этой здании. Ну, в этом здании. А, да-да-да. 3 метра, ебать, он где-то на первом этаже сидит? Или на два? Не-не-не-не. Я забрал. Нормально. Дайте чуть-чуть поиграть типам-то, чтобы немного шансов давайте. Хотя я даю им, вы не давайте, я даю им шанс. Нормально. Баланс. У меня есть идея. Ну что, спрячьтесь, не сидите на крышах, подождем их там. Можем... О, ебать, у меня план, пойдем за мной. Я запустил грязюку, блядь. Опа. Пойдем за мной, опа, пойдем за мной. Тактика. Тактика, поехала. Жесткая тактика сейчас будет. Это тактическая составляющая. За мной давайте. Я наблюдаю с воздуха, ребят. Я сплинтер. Все, так, я чур Донателло. Злой, не пались там. Я с воздуха наблюдаю. Донателло. Руль разберите, пожалуйста. Не спались. Я, в смысле... Ой, прилетел! Палки люблю. Еще летят, слышишь? Летят, кенты, они летят. Да, да, мы выходим. Черепашки, в атаку. Давайте. Сзади еще один. Все, я убил. Ебать, вы грязные сделали, блядь. Ебать, блядь. Типы только прилетели, блядь, комплекты набрали, блядь. Я думаю, сейчас начнем играть. Без брони даже, блядь. Ебаный снизь, блядь. Выиграли и уничтожены. Жалко кентов. Жалко в пчелке. Так, а идем на контракт, он же рядом, на аэропорту, да? Он вообще, он там, на магазине. О, это что такое? Вертолет убивать. Дживелин у кого-то есть? Не-не, нахуй. Так убивай, да и все. Погрешность-то есть или нету? Понятно. Нету. Кнопка. Погрешности нету. Типы повылетали, слышишь? Это салют от мужиков. Подожди, ты ёбнул контракт? Или дос? Да, ты ёбнул контракт, там чел упал и сдох, нам дало денег. А, ебать, так они на вертолете, походу, были на магазине. Да. А, ну да, я, значит, цели бил. Нормально. Машина Вайра. Едет. Одному дал броню. Вторая машина. Снова лопнул. Добейте нокнутого. Хорош. Добил. Я погнал. Подожди, ЗИЛ. В машину. На карету. Погоня, блядь. Погоню! Погоню! Хуяри со снайпы их, пытайся. 4 и... патрона. Я ровно веду. Все, патронов нет на снайпе. Ебать! Давай. Ты тебе нормально там одному? Да. Не очень. Тебя первая зона сейчас догонит, если... Да, я в курсе. Ебать, мы едем нахуй. Вы видели скин, кстати, на грузовике какой-то прикольный. Посмотрите. О, тип упал! Лови хае! Запускай меня к нему, блядь! Это не он, то другой был. Еще есть, он меня просвечивает.
Пойдем. Вот! А, это Пчелкин. Алло. Он надо мной, на втором. Где, где? А, на ресторанчике, да? На балкончике, да. Как взрывать там один сразу с C4? Два раза на F. Ага. Оп, закинем. 11 кусочков, надо что-то приобрести. Как вам идея? Нормально, здраво. Кажись, меня кто-то видел только что, если я не ошибаюсь. Я нажму два. О, ебать народу. Гоу убивать всех. Точнее, авиаудар, как всегда. На парашютисту бьем? Где он? Да, мать. Нокнул. Я его добью в воздухе. Сука. Не добил. В доме, в доме. Нок. В окне. Да, блядь, я минус попадаю. Армор. Положил. Попал. Вертушку заберите, кто последний бежит. Артур, заберешь? Да. Тут тип еще нокнутый лежит. И на первом все у меня. Я залетаю! Вау! А, все. Он опять встал, да какого хуя? Че, все? Да. Че нокает, че не нокает, эти мрази встают постоянно. Четверо на оранжевый, пойдем их? Пойдем, пойдем, полетим, блядь. Опа, ля, какая желтая птичка. Метку? Ага, вижу. Есть, есть, оранжевый. Да. На крыше они, нет? Внизу вроде были. МБ на крыше есть. Крыша спрыгнула. Он упал! Он упал! Есть, вижу. Это ракета была? Положил! Алексей, вы там ёбнулись нахуй? Батя хуйню попал тоже. Все, все сдохли? Бомбардировка! Бежите, бежите! Бомбардировка, ёбаный снич! Я бежу! А! Живу, живу! От удара спасся! Он а, еще они и жили, блядь, они живы под еще. Под вами, да. Они в домике, что ли? Нет, он во дворе. Внутренний двор, а другой в доме. Положил. Все, и дворик еще был. Там же, бил, нокнул. Все, команда. Все сдохли? Да, да, да. Тимплей, тим 2-5, майк. Бен. Грау возьму лучше. Уу! Хорош. Так, ваш убер прибыл. 4 кила, блядь, что-то не то нахуй. Сколько килов? Алексей. Нормально у нас. 24 у нас. На, заебок, полетели. Метку. БПЛА нет ни у кого, что ли? Не, у нас дохуя денег. Вверх, давай вверх ебашим. Где он? Ближе, подлетай. Дал мне. Он один, по-моему. Блин, ничего не вижу, ебас. Да ты... Авиаудар кидаю на него. Давай, 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 ебаш! Ебаш, блядь, его! Что это было, блядь? Это я кинул. Упал! Сюда! Сюда, блядь! Ебать! Ебать, бля! Охуеть! Резко на западе, направо, давай. Давай в магазине закупимся, патроны есть у кого? Давай. Да, бэпки всяк. Нужны, да, и бэпки нужны. Хорошо. Я бэпку взял. Бэпка. Патроны возьмите, пожалуйста. По-братски. Купить патроны? Да. Купил ящик с патронами, выкинул. Подожди. Я купил, сука, но не взял! Тутип, 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 тутипы! Не-не-не, сзади. Да, вот, вот у нас. Оставили, а, да? А, я его ёбнул. Всё, а, за мной прилетите, алло! Да приближусь. У нас тут тип... Беги, мы не улетели далеко. Я полетел пушить их. Ну, я с рекламой, да-да. Дмитрий Юрьевич. А, вы сразу в дырку? Ничего себе. Ебу. Еще один? А. Я вовремя. Я бегу, кенты. Блять. Актив очка.
Девочка, это хорошо. Хорошо, еще склад. Меня заберите. Да, да. Вот я. И меня тоже, пожалуйста. Меня. Алексей, садитесь. Птичка, птичка. Так слева на горе, блядь. Вот тут кентуля, блядь, где-то. Вот тут, на метке. Да? Да. Кто-то летит на парашюте. О, да. Сбивай нахуй его. Не попасть сюда вообще. Ну, зум даю. Где он? Да вот он, блядь, впереди. Сзади, 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 сзади. Тут дохуя кентов, слышишь? Дроны! Ой-ой-ой. Нажмите на меня, нажмите там рядом. Я нажму, 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 нажму. 37 метров справа где-то у меня. Ага. На мне, на мне. А у нас зона идет, нет? Убил, убил, все, полетели. Забирай нас. Ебануться, Дичка. Это мы такой отряд ебнутый, да? Это пиздец какой-то, я в ахуе, блядь. Ну как сказать, один человек и три человека, да? Один человек, я, ну да, с математиками на все заебись. Да. Ну, вот здесь вертушка на призоне, можем их штурмовать. Могу дать аэр удар туда. Отбиваем замок? Давайте! Восемь колец, блядь, хельмовая пать, блядь. Давайте аэр удар! На замок, в осаду! Аэр удар пошел! Забей, ты дефолтный, блядь, улетай нахуй, там а, никого дядь, нет. Считай, он на 600 метров полетел. А вот думаешь, что тут никого нет? У нас справа квадрик дядь, стоит. Дядь, самолеты не туда полетели. Вообще никого нет, это дефолтный, походу, верт. Вот, давай. Здесь стоит чел, нет, есть здесь, воюют, воюют. Но они не наверху, по крайней мере. Вот на этой башне есть кент. И под нами кенты. Никого. Под нами нокнул. Блядь, Тумаш не убил. Еще одного положил. Ага, над вами нокнутый был. Вертолет сломали, суки. Не-не-не, это я разбил. Добил нок. Все, остановлю. Возьмите таргет. Какой-нибудь. Вот тут кент еще есть. Крыса ебаная, я твой рот ебал. Откуда это, блядь? Положил, вот там он, в щели, в щели. Я добил. Не положил, а снял броню ему. Крякнул. А, дезинформация получается. Он один был в кабинете, чисто отдыхал. С дробовичком. Выпрыгивай в окно, блин. БПЛА даю, не? А надо. Я еще что-то. БПЛА дать не надо? Раз. Я тут, да я, давай, тут. Да. Я тут. Дал БПЛА. Птичка, я лечу. Оп, я тоже, все, поехали. О, чел сверху. Таргет не взяли, да? Вот он, блядь. Во-во-во. Сзади. Погоню! Погоню! Так, верту плохо. Да, челы подъехали, челы подъехали. У меня он упал. У тебя другой, я этого нокнул тоже. А, у меня еще один был? Под нами. Ой-ой-ой, да. Падай в дырку, падай в дырку, черепашка ниндзя. Похуй, блядь, чисто. Да, сука. Я подниму, брат. Оно прям в лицо упало, блядь. Я метку ставил и пизды получил за это. Я подниму, Эрикен. Под нас бегут с севера. Я подниму. А, сейчас, давай. Ага. Сейчас. Давай, давай. Где они? Близко, близко уже, под нами на севере. Блять, это они что кидают нам грязюку? Твою мать, что за броня? У меня есть грязюка вот такая, броня, если кому надо. Давай. Бегут, топают, это да? Это сейчас у нас пизделка будет, да, грязная? Скорее всего. У меня есть идея для такой хуйни. У меня есть... Охуенная идея. Я не понимаю, где сюда. Они прошли по мосту, походу. И они сюда сделали осаду. Опять аэр удар. Кластер, кластер. Сидим в здании, похуй. Сзади, зашли, зашли, зашли в здание! Понял. Флешку даю. Флешкой. Где он? Все, нет никого больше. Он... Есть еще один! А ну он тут, блядь, уебище! Блядь, он успел. Да, я на них посмотрел, я думал, это ты, брат. Мне ГУЛАГ. Как они к вам зашли вообще? Ну я... ты чё? Двое, где вы? Я не понимаю. Они через верх зашли там, где мы стояли, смотрели их, понял?
где ты был, говоришь, сейчас идут к нам. Да, они зашли туда. Я киберспорт, блядь, я нокнул одного. Пойдешь со мной? Куда? Справа злой. Побежал, центр. Я у нас на респе. У нас уже респа есть. Центр. Изи. Хорош. Я просто поставил С4, ой, клеймеры, они на клеймере. Вы взяли их? Вы и выебали их? Блядь, ну я двоих нокнул, один остался. Блюдок. Он один, он даже не поднимает тиммейтов. Ебанутый. Сейчас будет поднимать. А. Бля, я долбоёб. Всё, я минус. Я долбоёб. Всё, я долбоёб. Бля, всё, 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 всё. Бля, я даже ствол не взял. Бля. Их не добил? Не, у меня пистолет был. Я купил, надо было ствол хотя бы взять. Артур? Подожди, что, они вдвоем всех размотали? У них было трое, я двоих нокнул, и третий, блядь, просто сидел байкал. Трое не могло быть, значит, другой пати. Мы двоих со злым убили. Я говорю, трое. Значит, другое пати. Артур! Дон! Артура тоже ёбнули. Надо начинать все. Нас сейчас выпустят. Тебя парируй, парирам. Куда падаем? Давайте вместе. Ты один. А? Почему? Ну, у нас еще очередь, таймер. Ёб твою мать. Да, где? Ох, ебать, пчелки на воздухе, блядь, взъебали. Бля, я хочу топ-1 взять. Кусок говна. Меня в полете снайпнули. Меня слышно? Да. Рекрент, а ты где? Ну, мы в гулаге торчим. Бля, пиздец, у нас позиция была, и нас еще запушили как-то. Проклятие. Я, блядь, вот эти ники ебаные, то не светятся на типах, то не светятся. Да там по скинам понятно, у нас два дровосека, я в берете, и ты в конопле весь. Тебя выпустили? Да. Там они сидят, дядь. Сейчас посмотрю. На вышке был. Я смотрю. Они уже стреляют, да, в тебя? Не в меня. Ладно, я комплект подожду. Я сейчас подойду, 2 минуты, чат, я тоже отойду. В уборную. Пока вы ебашите. Надо на комплект упасть. А он есть? Что, он пойдет вон туда куда-нибудь. А, не угадал, нихуя. Ебать, он внутри на территории. За что? Бля. На вот этой башне чел. Над нами, да, прям? Да. Ни одного магаза нет, даже броню взять. Что за, блядь, хуйня? Ладно, броню, патронов нет. Я какие-то нашел себе чуть-чуть. Пойду искать лут. Всего хорошего. Давай, Дмитрий Юрьевич. Как говорится, легчайшее для кого? Для легчайшего, правильно, давай. Так, most wanted. Могу взять корону, и мы реснем кинтол. Давай. Через 3 минуты. Но мне пизды дадут скоро. Через 3 минуты, по-моему, катка закончится, не? Через 3 минуты я через 3 секунды пизды получу, скорее, вот так. А катка не должна закончиться, по идее. Хотя хер знает. 12 типов, говёная зона. Ну и что-то топает. О, это тот хуйлуша, который меня убил. С геймпадом, блять. Еще один здесь, или нет? Нет. А, как он так встал? Извиняюсь. Анимация типа такая кривая?
Да, вроде он не вставал, не знаю. Я встал на моем экране. Ну, я про игрока. Я понял, да. Тут чел упал. Блядь. Дядя, ты ебешь? Они вдвоем еще. Злой, готовься, мы сейчас вернемся. Давай, брат, я готов. У тебя башня. Блять, но они меня видят и простреливают через текстуру, потому что у меня корона, блять. Блять! Твой гай нахуй. Ой, я придумал плей. Я придумал. Ух, ебать ты хитрый, блять. Хитрый жук. Лисица, лис. Все, живем. Злой, мы сейчас вернемся. Через сколько? Вместе все. Бля, тут хуй сидит, блядь! Уёбище, ебать! Ебать, уёбище сидит! Пизда. ГГ. Нормально, нормально поубивали. 40 там. Плюс весело было, дядь, было весело очень. Ебать, сидит Кент, блядь, я ебу. Бля, что купить себе тут? А, бля, надо каких-то новых скинчиков купить, что-то, блядь, такое. Скиноу. Пару скиноу. Амулетики. О, аниме амулетик повешу. Меня спрашивают, есть ли у нас желание наконец с метро? Метро оказаться? Да. Можно. Пасхалочку, так сказать, еще раз. А, ламодер у меня свалил. Лол ушел к Макривскому, я понял. Я понял. Есть аниме МК с розовыми трассерами М4. Оу! С ней играть, наверное, ну... Ну, вал, побежи бы. Я еще даже вал не пикал пока. Что-то с напой бегаю. Ёптое масло. Так сделай себе вал плюс наипать. Зачем тебе эта бдительность вообще? Не, потом бдительность мне нравится, дядя. Я прям реагирую на бдительность, пиздец. Ого, двойное убийство. Ты можешь второй комплект собрать. И там будет бдительность, и просто вторым комплектом точно поднимать ее. Вместо фора. Основные пушки, а потом вторым. Ты, блять, охуеть! Надо так сделать. Разъебал. Бля, если мы будем сейчас это делать, я за тетрадкой пошел записывать надо. Давай. А что записывать? А, паскалку? 12 там всякие, да. Ну давайте сделаем. Предатель получается. Ну да. Battle Royale. Дмитрий Юрьевич. Да-да, я готовлю клетки, секунду. Давайте просто тогда злому объясняйте, пусть злой сделает. Хорошо. Я делал просто уже. Так, а куда падаем? На бирюзовую. Да. На магазин вот этот. А, короче, вот в это здание заходим, все внутрь. Я закрываю двери, чтобы там зайти не могли. У нас будет ограниченное время, я тебе сейчас расскажу, что ты должен будешь сделать. Смотри, там висят картины. Угу. Когда я введу код на стенке, там 2179 код, под каждой картиной появится номер, римская цифра, римское число. Угу. Я тебе буду называть картину, мы сейчас обозначение придумаем, и ты будешь мне говорить, какая там цифра под ней. Залетайте внутрь. А, уже? Подождите. Я пока не закрываю, а то там время ограничено, если вовремя не сделать, то мы сгорим просто, ну. Заживо? Ну, мы задохнемся. Задохнемся, да, тут газ будет. Давай, я готов. Смотри, запоминай. Так, злой, смотри. Да. Смотри, я тебе расскажу сейчас.
Это конь. Конь. Это солдат. Солдат. Это страшный дом. Да. Страшный дом. Так, дальше. Это король. Король. А, значит, тут то же самое все. А, смотри. Это белый дом. Где ты, белый дом? Белый дом. Вот-вот-вот. Да, да, это пейзаж. Пейзаж. И где-то пустая картина еще, Алексей, покажите где. Вот тут женщина еще. Вот пустая. Смотри, злой. Да, женщина. Тут женщина, короче, вот, вот эта женщина. А, пустая картина, я понял. Да, и женщина у меня еще вот тут. И женщина, да? Я понял. Давай. Да. Давай, делай грязюку. Только внимательно слушай, злой. Да. Так, все. Ебать, у меня графика, блядь, ничего не видно. Что, что говорить? Слушай. Белый дом второй. Белый дом второй, да? Да, последняя женщина. А другие Один, один. Римская один, белый дом. Ага. Ой, и блядь, женщина. Стой! Да, один, один, один. А женщина сколько? Два, два. Женщина два. Женщина два. Это в середине. Это вторая и четвертая цифры. Один, секунду, два. Я понял, да. Первое, это, значит, король. Вот, злой. Король, блядь, король, король 3. И вот, пейзаж вот, еще. Вот. Пейзаж еще нужен. А, король, как, блядь, пейзаж, не тот король. Скажу. Пейзаж 1. Король 6, король 6. Пейзаж 1. Окей, поменял. Пейзаж 1 тоже? Да. Блядь, плюс 2. А тут сколько? 6, 1, 1, 2. Пейзаж не сколько? Женщина плюс 2. Все, я ввожу код. 5, 3, 1, 4. Поехали. Попади, пожалуйста, я тебя умоляю. 3, секунду, 1. Где 4, блядь? Что? Нахуй я не то ввел, блядь. Дмитрий! Ну, все. Мы что, умрем? Да. Дмитрий, нет! Юрич. Нет, а я мискликнул, как стереть, нахуй? Все, тихо. Давай, я не успею. Давай. Да никак, блядь, оно не будет. Давай, давай, блядь, я не хочу умирать! Сука. А мы можем сюда еще раз после ГУЛАГа прилететь? Да. А нет смысла, я вывожу, блядь. У нас станция за зоной будет. Нам нужна хорошая зона. Да, парни, вы понимаете? Вы понимаете, что, блядь, вот представьте цифру 4 и представьте цифру 1. Верхнюю половину, они одинаковые, блядь, там угол, уголочек вот такой вот. Я ввел, там смотрите, как цифры вводятся, там не просто цифры вводятся, там сначала вводятся верхние половинки цифр, а потом нижние половинки цифр, и там надо подбирать, блядь. Ебать, там не все так просто, а там не просто цифры надо вводить. И я, короче, верхнюю часть единички, вместо нее верхнюю часть четверки поставил, а там стереть нельзя, и приходится заново ставить, а чтобы заново ввести... Тебе надо опять все картинки и все цифры посмотреть, блядь. А нам всем засчитается пасхалка? Снизу... Скин, да, скин, да, да. Да, всем, всем, всем. Снизу кнопка есть удалить. Ебать, я не увидел эту кнопку. Ну, сейчас заново сделаем. Все, мы уже... Она, наверное, тоже пополам. Типа, сначала тебе надо одну кнопку удалить найти, потом вторую кнопку удалить. Надо... Пиздец. Готовить мелодию из бумера, Димон. Сейчас. Все, сейчас все сделаем. Я приготовлю. Там, она в виде стрелы. Нет, нам пока одной хватает. Какая вторая? Там где плачущий ребенок? Да хули, да. Там просто ребенок плачет и все. Там никакой пасхалки нет. А, да. Ничего интересного, просто ребенок плачет. Да вот сюда надо упасть, если что, сейчас покажу. Блять, вспомнить бы еще. Мишка Годзилла, говорят. Подожди. Во, вот здесь, если упасть, там дети плачут. Мишка Годзилла, Дмитрий Юрьевич. Мишка Годзилла это в мультиплеере вообще, это не в Warzone. Ну давай. Всего доброго. До побачення. Да, в мультиплеере еще есть прикольные, там типа можно, блядь, демона призывать, если коров убивать, что-то такое, не помню. И что, он хуярить будет нас? Да я не знаю, я не делался. Вс,
Все, сейчас пройдем. А, круг говна, мы опять не успеем. В смысле? Нам нужен круг, чтобы дамба была в зоне и аэропорт. Ну давайте постараемся быстро. А, это короче, не один раз? Это дохуя таких локаций? Нет, одна. Нет, просто локация с пасхалкой находится. Да-да-да. Локация с пасхалкой находится под дамбой, то есть не в зоне. А мы можем просто не успеть в этот момент. Короче, пусть один кентик упадет на вертолет, а мы все полетим туда. Кто на верт упадет? Вот этот. А го все на верт, похуй, так быстрее будет даже. Если тут перестрелка не начнется сейчас. Блять, да ну мы не знаю, мы никак не успеем же, это пиздец. Залутал. Злой, блять, ты там лутаешься, ты ебанутый? Погнали. Самый. Я UAV заказал. Бать народу, блядь, ты шо, Вася? Там нас пистолеты пытаются уничтожить. Это я. Ого, у меня верт начал дергать. Все, припаркуй. Его сразу внутрь, у нас времени мало, пиздец. Давай. Запомнил? Где, с как нами верт летит. Да, я помню. Я вожу. Ух, ебать, мы хуй, давайте помогайте все, блядь. Белый дом. 7. Дальше пустая картина. У вас она, вот у вас. Она. Это 3. Пустая картина 3. Да. Дальше конь. 1. Ща. И горящий дом. Где горящий дом, блядь? 7. Горящий дом, 7. Блядь. Так, ну все, сейчас я изи введу. 5, 3, 2, 9. 5, 3, 2, 9. А, где 5? Где 3, блядь? 3. Где 2, нахуй? А, это 2 было? А где 3? Нашел. Где 9, блядь? Нашел. Так, 5. 3. Сразу к верту сейчас бежим. А где 2, нахуй? А вот. Опа! И что? Юрич, и верта нету. А где верт? И вас пиздили. Не с той стороны, блядь, мы вышли. Не, пойдем со мной, быстрее. Пойдем со мной. Вот верт стоит же, не? Нет, пойдем за мной. На метро доедем, похуй. Опа, у меня тройка как раз есть. О, метро, охуенно. Так, и что мне, что дало нам, что типа пури-пури парирам, что это? Погоди, надо приехать. Сейчас в аэропорт надо приехать сначала. Мы никак не успеем, сейчас зона пойдет, а нам в дамбу надо прикатить, блядь. Никак не успеть с таким кругом. Скин забрать-то успеем, а вот выжить. Как на часы смотреть? Т. Т и вниз. Понятно. Марки лоу. Это нам? Это... Да. Мы с другом поехали с зоны и забрали скин. Ну так ты видишь, какая у нас зона? Там уже, блядь, дамбу сейчас накроет. Мы никак не успеем. Че вы тупите, блядь? Посмотрите, уже накроет сейчас, мы никак не успеем. Это КГ. Ливаем или новую? Ой, ливаем или доигрываем? Да, доигрываем. Доигрываем. Рекрин, куда мы? А, дальше едем? Ну да, хули. Может нас кто-то встретит сейчас? Можно послать одного, пусть он возьмет прикол, чтобы все зоны было видно и пусть дохнет за зоной. Далеко находится? Ну, сама станция скрытая, она в дамбе. Там уже, блядь, сейчас зона будет просто в этом дело. Ну, типа, взять приколюху и через... А мы в дамбу едем сейчас? Да. Нет, в дамбу... Мы сейчас в аэропорт. Сейчас все выходим, короче. Ага. И за мной. Ага. Бля, не та комната. Ебаный ротик. Не заходите только, блядь. Во, вот здесь, нажимать на пульт. И все, за нами сейчас специальный поезд приедет. Аля.
Он визуально отличается? Да хуй его знает. Ну что, он прикатит, короче. Нормально, защита. Да чтоб, это типа, чтобы никто под колью не попал, понял? Нахуй так долго? Не разумею. Давай, давай, паскуда медленная. Опа, вот и это он? С Хогвартса. Да, да. А, он белый, кстати. Он белый. Все, погнали. Поехали. Блять, она уже все. Мы за зоной сейчас будем. Да. Уже за зоной, считай. Надо забрать прикольчики, но мы обратно не уедем. Нам пизда. Ну да, ну через ГУЛАГ вернемся. А метро а, нас... А может и уедем, а может и уедем, посмотри. Нас же рандомно давай, метро давай, выкидывает. Давай. А нихуя не... Это не тот, блядь, назад! Алексей! Выходите, блядь. Выходите? Это не тот поезд? Да. Нас... Нас наебали? А почему? А мне в чате написали, вы не туда поехали. Блядь, в смысле? Ай, все, давай, короче. Он не приехал, мудила. Я... Почему специальный поезд не приехал? Блядь! Блядь, подстава! А, меня из игры вы... Меня в меню выкинуло! Это... Блядь, ну как так? Алексей, вы это было скорее всего. Зачем? В смысле? Нет, мы играем. А меня выкинуло меню? Да. Да ладно. Да и вышел, да. Хули, сейчас next problem. Там, мне чел пишет, там на табло показывает, куда едет поезд. Остановка лобби. А, ну мы не в тот зашли, просто, видишь, в лобби приехали. Unlucky. Бля, ни одного скина, сука, на вертолёте. Вы должны были этот пропустить и сесть на следующий. Ну, понятно. Кто-то миссанул ПФ. Алё, блядь, как я мог миссануть? Я чё, уёбище? Я ещё потом вернулся и ещё раз проверил, блядь, там нельзя было нажать уже. Да ну мы бы не успели, я не выиграл, понимаете же, что мы бы не успели, там зона и накрыла. Сейчас все сделаем. О, нихуя, блядь. Самолетик неплохой. Так, а что это, дробовик с окогом, блядь, что ли? Это дробовик с прицелом? Да. А нахуя? Просто. Не, если что, в Activision специально извращенцев всяких нанимают, чтобы они сборки придумали для разминок и, блядь, для наземного ута. Я слышал, он где-то. Ну давай, блядь, на охоту чисто. Блядь, проще себе ёбнуть. А! О, Милли Попс, жу-жу-жу. Конфиг компа мощный. О, одна из зона! Все, мы выполнили. О, да, заебись. Положи. Я подготовил тетрадочку. Все, изи. Когда Ник заруба сексуала, надо потом его уговорить. И верт есть, кстати. Да, верт... забери ты верт тогда, мы упадем в эту залупу. Тебе не обязательно внутри быть, в принципе. Подождешь нас. Ок. Принял, падаю в залупу. Полетели. Есть два подлуди. Я сразу закрываю, чтобы нам никто не мешал тут. А над нами тип сразу, лол. На крыше, у нас на крыше тип. Вы! Зашли. Да-да-да! Ааааай! На, уёбище, блядь! Я чел. Один хп! Меня тоже один, дядь! Это стрим-снайперы, это не иначе. БЛЯДИ! Стрим-снайперы, не иначе, стрим-снайперы. Хули, я в соло попробую, блядь. А ты уже закрыл? Челкин, он в центре, центре. Сидит там же. Не смотрит тебя, лучший. Так, мужики, я пытаюсь сделать. Где пустая находится, блядь? Нашел, тихо, 6. Дальше король. Блядь, в соло буду делать, нахуй. Король 3. Что было дальше? Солдат. Где этот уебан? 7. 7 и белый дом, да? Блядь.
Белый дом 6. Я погнал. Сделал? Сейчас попробую. 6, 3, 9, 4. Алексей. Hello. Как ваше ничего? Тихо-тихо. 6, 3, 9, 4, 6. Так, какой-то 3, хрен падает. 9, 4. Я выполнил. Все, полетели нахуй отсюда. Ты понял, что я задыхаюсь, алло? Я сидя в том вертолете начал задыхаться. Кого? Да. Пиздец, вот это клатч, блядь. Все, поехали, на... в аэропорт, в аэропорт. Вот это вы пожилой рекронте, Дмитрий Юрьевич, конечно. Отъебал двоих еще в соло все это вел. Хуйню. Вот это вы, конечно, жесткий. С пистолетами летим чисто, блядь. Это ты кинул... Это херня, чтобы от ракет дефаться. Да. Все, сразу в метро спускаемся. У аэропорта. Аэропорт. О, кента видел тут. Че это за озвучка, блин? Главное, чтобы там нам пизды не дали. Оказывается, у вертолета есть гудок. Нормально. Чисто прыгаем в канализацию сразу. Да, черепашки. Да, да, да. Найс. Я подниму. Леша, блядь. Блять, я свернулся, долбоёб! Погнали, погнали. Блять. Я чисто подержать. Так, вот здесь нажимаем. Все, ждем там что-то помехи какие-то. Что там записано должно быть? Ребутинг, вот, перезагрузка пошла у меня. На поезде что должно быть написано? Да, сюда идите. И а что, мы все тут должны стоять? Во, все, погнали. Ой, нет. Не погнали, подождите. Погнали или нет? Нет, не погнали. Ждем. Вот здесь помехи должны быть. Во-во-во, видите? Во, вот это он. Это он? Да, это точно он. С девочками? На табле, на табле. А что тут карта Киева, нахуй, наверху, лол? Так Верданск это Украина вроде. Это Донецк. Это Донецк, да. Тут сейчас пиздец, какие крутые вещи будут всякие. Полетели. Я миниган забрал. Ебать! Ебать, воры, блядь! Пари рури, пари рам. Я что-то спиздил грязные. А что тут еще есть? Дальновидность. Теперь смотри карту злой. Смотри на карту злой. А где мы? Карту открой. Ого, дядь, мы видим все. Мы все. А перки есть тут? Да, кто-то забрал, наверное, уже, да? Я забрал. МБПЛА. МБПЛА! Самый лучший БПЛА в мире! А вот пулемет. Алло. Броня, иди. Ребят. Иди пулемет возьми. Я? Да, да, да. Это миниган? Нет. Нет. Не, миниган я тебе могу скинуть, если хочешь. На. Где миниган? LMG. Как хуярить с него? Вот так. Вот так. Дайте мне миниган и мою снайперскую винтовку, а деньги дадут нам? А патроны поставьте кто-то. А кто перки спиздился? Еще один миниган, слышишь? Дядь. Еще один миниган брать никто не будет? Не. Я два беру тогда. Давай. Так нельзя. В смысле? У меня есть БПЛА, который прям пиздец БПЛА. Ну это нормальная тема. Патроны есть, да, там у кого-то? Сломались, походу. А как нам поехать отсюда? Не, то броник был, то броник был. А есть патроны, патроны. Поехать, нам надо вызвать, позвонить, короче. Бля, дайте мне нахуй мою винтовку и этот миниган, я буду ебать сейчас все нахуй. А куда поехать нам? В какую сторону? Да, не перепутай только, Дмитрий Юрьевич, а мы тогда в зону уехали. Да? Да, и умерли.
О, я вижу всю зону, лол, прикольно. Все, сели? Куда? Да. Сел. А нам не в этот, нам в соседний, блядь. Уже перепутали. Все. Погнали. Дядя, три минигана, блядь! Давайте кого-то разъебем, блядь, чисто дом. Он простреливает стены? Хера знает. Мы обратно вернулись, все, гоу разъебалось. Полетели. Артур купит аэродроп сейчас. Ладаут. Нормально. Че, нажмешь тройной БПЛА? Я нажимаю. Над нами прям, над нами. Ебать, разъебу сейчас. Давай. Четверо. Два ног. Три. И четвертый за автобусом. Ебать, блядь. Ебать, грязюка, блядь. Какая жесть. Броню тоже купите. Есть ящик, я кинул. What are you feeling now? Вот это пиздец, дядь. А кто перки забрал все? Минус три, я сука. Алексей вроде забрал. Алексей, я перки забрал. У вас перки. Да. Надо дождаться вашей смерти. Я использую их по назначению, злой. Да я понял, я подожду. Я вас подожду. Вот тиммейт, пожалуйста. Я готов, пойдем. Полетели. Полетели реально. Купите БПЛА, там, self-revival, что-то еще. Все есть. БПЛА. Есть. Тройной БПЛА, ебать имба вообще. По скидочке. А, это если мы все заюзаем БПЛА, он будет работать. Машина едет, предлагаю ее разъебать. Машины едут! Иди сюда. Иди сюда, блядь. Дал голову ему. Нокнул. Ебать, там типы охуеют сейчас, блядь. Транспорт уничтожен. Лево, миниган можно пополнить с патронами? Да, коробкой можно. Че, поехали, я активку поставлю и втроем с миниганами на крыше сядем и будем хуеть. Давай, давай. Алексей поведет тогда, или у кого там? Я еду. Стоять, там? Я патроны. Сейчас, тишину возьму еще. Скоренько. Все, катай нас и поехали. Я нажму. Блять, я упал, Алексей! Ай, ёпта мать. Блять, Кент. Положил. Серьезно? Да. Гоф нему. Hello, bitch. Справа стреляет. Ебать, типы охуели. Где? Блять! Как ты не вовремя подъехал. Где это тут? Рокнул на крыше. Поехали, поехали. Ракета по нам! Уезжай, уезжай! Я убегаю в другую сторону. Бля! Меня нокнули, а никак. Иду. Ракетой? Нет, лежа можно поднять. Лежа. Положил одного. Снайпер с крыши сзади! Да ебать в рот! Да ёпта! Это еще кластер! Блядь! Ебать, тут пиздец! Где вы там лежите, на? Где там сено? Да ебать тут кластеров, блядь! Что за война? Меня влак отъебнуло. Положил. Кто живой? Смотрите, вы Алексей. Я долбоёб. Алексей у меня. Да у меня тоже типы смотрят. И с крыши смотрят меня. И с этого. Сын снайпера. Хорошая женщина. А, сука. Я там два раза типа нокнул. Он встает с типами своими дурочками. Так, злой. Да. Я лечу, ты его ебал в доме? Кафетерии. Бургерный чек. Другое, чек другое, да, возьми. Во, нормально. Выбежали двое. За домом. Да еб. За домом. Хорошо. Ой, лучший! Еще сделай! Еще! Блять!
Блядь! Ну еще раз эту хуйню. Там такая залупа просто была, где мы оказались. Бля, надо было снопу взять, нахуй я с этим тропаком побежал. Блять! Nice try, спасибо, спасибо. Но миниган достаточно беспонтовая тема. Блять, ну это охуенный. Ну чисто по угару. Это я понимаю. Блять! Это было неплохо. Бля, это охуенно было, дядь. Ну это было весело очень. Mm-hmm. Мне понравилось. Машинку бы сейчас грязную еще. Блять. Бля, это охуенный челлендж этот. Мне понравился. Ну, типа, там столько всего. Это только там суперперки, да, можно взять? Ну, не, вроде в бункере еще спавнится. Мы можем, если красную карточку найти, еще бункера пооткрывать, тоже весело. Есть EA Sport. Но красную карточку это изи. Ну, ну как? Бля, я только разыгрался, нахуй. Ага. Ну, мне понравилось. Вот эта бомбардировка, аннигиляторная пушка, и просто все летит в разные стороны. Бля, там три минигана, ебать. Ух, ебать, не в ебальник стрельнули. Спасибо за клип, я хочу сейчас чекнуть его тоже. Где ты разъебывал? Да. Нормально. Если бы я снопу взял и в голову ему дал, он просто АФК стоял, я через окно лез, понял? Я думал, что они типа мертвы все. Есть еще 11-й бункер и квест на стадионе. Бля, ну 11-й бункер невозможно, только в планке можно сделать. Да и то сложно. А что там? Ну, это вот этот бункер. Он вот здесь на оранжевой метке где-то. Вот тут. Uh-huh. Там чертеж на МП-7, но его очень сложно сделать только в добыче. И стадион тоже только в добыче. А, это там, где телефоны надо? Это там, где телефоны надо по карте? Ой, бля, он очень напряжный. А чертеж на МП-7 там что? Прям что-то пиздец? Не, черный с там желтыми элементами такой. Так, понял. Трайн, кстати, окей. Красную карту, если не найдете, говорите. Бункера пооткрываем по фану. Джиггернаута, может, найдем. А джиггернаут, типа, пиздец крепкий, да? Очень крепкий. Его прям можно, блядь, минуту. И он быстро бегает? Ну, не особо. На тачке нормально кататься ему. Есть у нас кто-то? Наверху да. Были, да. А, они внутрь упали. Возле магазина. ФПС проседает. Вот это мубар. Ой-ой-ой! Ой, да-да-да, аккуратно-аккуратно. Хорошо. Минус корона, блядь. Еще есть, да? Ой-ой-ой, меня оглушили чуть. Есть там внизу. У меня двое. Наверху есть. Нокнул одного. Наверху есть еще. 58. А, ты нокнул? Ой, ебать, там почти на фарме. Что ты за чудовище? Я ж сказал, наверху есть. Да я понял, но я не думал, что он прыгнет на нас. Ебать, типа, притул с дробовика в живот, нахуй. Ну, джавелин, прикольно. Че, у нас бабки есть, пойдем комплект покупать. Погнали! Го ко мне! Давай. Нам бы оранжевые эти сундуки пооткрывать, чтобы карту найти. Найс, у вас по броне все, я вижу. Mm-hmm. Да. Так и планировали. Могу грязюку запустить. Разведывательную. Пока не надо. Я. Дайте денег. Даю денег.
Арборы купить кому-то? Да, да. Купил две пачки. Бля, что я сделал? Ну, замечательно, я вам хочу сказать. Так пойдем пиздить по коморам-то. Я захилаюсь, хорошо. Ну все, погнали. Куда все, идем? Полетели. Don't stop, everybody move like that. Полетели. Просто искать кем-то, да? Да. И... оранжевые ящики. Ой, бой. Да с кем-то найдем, я думаю, да и все, карточку руку. Вариант. Вот тут, на крыше. Запрыгивайся. Ёбнешься, блядь. А, я в текстурах, блядь. Нормально. Ну поехали, блядь. Неуязвимая цель. Верт упал. Вертолет падает перед нами, прям вот вертолет. Взорвать нахуй! Го-го-го-го-го! Бля, я думаю, это типа, это крыло от него упало, блядь. Ой, ебать! Что это было, блядь? Погоди, отползай. Это по нам вертолет? Артур. Не знаю, ползи. Заползай. Человек как РПГ. Ебать, я охуел, блядь! Звучало как что-то неприятное. Не, чел. Где? Метку. Магаз, визу его. Броню сбил. Там еще один дальше, метку дал. Положил, тяжелое. Don't stop. А, это Джавелин был ебучий, блядь. Да. Че? Положил. Хорошо. Как я ему сразу тоже в хлебало дал, он не умер. Там же? Да, в здании. У меня что-то подлагивает, я пластика не могу. Крякнул и нокнул. Положил второго. Еще в доме, мини-маркет. Слева был. Так, Зоя его нокнул. Нокнул. Карточку нашел, лол. Я тоже. Ну все, поехали. Поехали. Сейчас я антивыпал. Больше нету? Поставлю. А одной достаточно, куда больше? Активку поставлю, не стрейфься. Дай мне руля. О! Ой-ой-ой-ой-ой, блядь! Все нормально. Ляры пока это навалил. Это с крыши был, понял? А. Он спрыгнул. А. Садись внутрь, наверное, а то слетишь еще, случайно. Так. Где тут бункер, помимо вот этого? Не помню. Тут файт, я объезжаю. Мы можем два бункера полутать с кайфом, чтобы было. Можем попробовать. Зона нормальная, кстати? Нормально. Там корона да, рядом, кстати. В данном случае отличная. А где второй бункер? Есть инфа? Справа от милитари байс. Вертолет? Да, за нами. За нами? Упал чел. У кого карточка? Зло, нет. Открывай. Как открыть-то, блядь? Подходи, пульт. Открыл. Вертолет над нами сел, кстати. Они над горе, над нами. Похуй, пойдем внутрь. Пойдем. Пошли. Все внутри? Да. Они же тоже могут погнали. Зайти, да? Да. Пошло, блядь. ВПЛ-шку. Юзани ВПЛ-шку по-братски. Еще ВПЛ-шка. Ой, ебать, Джиггернаут. Джиггернаут где? Чё, юз... А, его надо вызвать, блядь? Да. Да, только внутри не кидай, блядь. Какой пароль, блядь? Какой же пароль? Они идут за нами? Джиггернаут. Они идут за нами или нет? Да, они стоят, наверное, кемпят. Пойдем, пиздить их. Вы ПЛ-шку юзаните? Я юзанул, их нету. А, ну, взять их. Они улетели. Сади... Короче, кидай Джаггера сюда куда-нибудь. Да, давай.
Блядь, это не джаггернаут. А у кого джаггернаут? У меня. Бля, я хочу заюзать, ни разу не пробовал. Бля, джаггернаут. Бери, бери. Дай, садись. Но. О, ты, кстати, на карте будешь помещаться всем. Нихера! Ты вот это ебать, ты я уёбище, блядь! Колоссальный. А патроны что, у меня бесконечные? Да. О, блядь, отходите. Взорвётся. Блядь! На КамАЗе! Грузовик, грузовик, у нас тут грузовик приехал. Иди убивай. Братья, я бегу, блядь. Давай. Ну-ка. Бежит. Я бегу. Какая ты дура механическая, я не могу. Ой, что дурачки, блядь! Еще долгого, 1 хп. Убил. Все, 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 все. Перезаряд. Главное на next бункер. Да, надо. Так, у нас машина есть. Забрать. Не, тачка она на крыше, походу, здесь. Бля, да. Ну эта тачка уже разбитая такая. Подразбилась. Бля, у меня музыка играет грязная такая еще, блядь. Полегче. Не, там тачка пизда, я там нормально ее накосил. Меня хуй кто убьет, да? Да. Да, почти нереально. Не, кто стреляет? Да пошел ты в жопу. Я подниму. Кто стреляет, блядь? Где-то справа твой, я не знаю. Ай, ой, далеко, брат. Да мне уже всю броню сбили, блядь, дайте брони. А, тебе нельзя. Вон там. Бомбардировка. Ой-ой-ой. Нажмите на меня. Я лег, нормально. Что-то нас не щадят вообще. Нормально там стреляет, дурачок этот. Бля, броню сбил, уёбище. У нас в спине еще по нам стреляют. Не нужна броня у тебя, блядь, 20 тысяч хп. Да. Как они так попадают? Я не разумею. Взорвут скоро эту херню, кстати. А я поднимать могу? Чат, скажите, какой квадрат, где бункер? В каком квадрате? Ебать, я уёбище. А можно этот? Два джаггернаута можно сделать? Да. Скажите злому, что джаггер вот вроде хп пополняет. А, блядь, я вспомнил. Во, мы проехали его. Вот он. Слышишь, твой? Что? Вроде как джаггер пополняет хп, если убивает типов. Да, ему надо убивать, да. Если ты нокнут, ты будешь добивать просто, мы будем нокать, ты будешь добивать, у тебя плюс хп будет. Я посторожу, ребят. Давай, оставайся. Чисто вахтёр. Ну, падло бегать туда-сюда. Не пробегусь, не интересно. А если я еще все перки возьму? А если я сейчас джаггернаут, то что возьму? Тебе не надо их. Заебись будет вообще. Есть джаггернаут? Саморез есть. Очень много денег. Саморез заебись, кстати, у кого-то нету. Злой, ты можешь взять саморез? Не, я не могу, я же джаггернаут. У этого кента нельзя вроде. А чё подгузников нет вообще? Да, не что, не было специалиста, ничего такого не было, да? Машина к нам приехала, я встречу, братья. Давай. Дайте я встречу. Не нашу забрали. Пизда. Они блокируют вход нам. Давай, ты чё, вон они уже стоят. Да я выйду, блядь! Там авиаудар куда ты? Вот там. Долбоёб, алё, долбоёб! Меня ебут, кстати! Блядь, да что ж такое? Два нока, иди, иди! Злой, иди добивай ноки. Иду. Один наверху, да, один внизу. Один вот здесь наверху, один вот здесь был. Я добью. У меня пол хп, бля, кстати. Это не круто. Вот тип. Еще два типа идут, ребят. Где эти ноки? Это ненормально. Точный удар. Где ноки, блядь, я не вижу. У меня здесь. На мне где-то один. Меня засчитало уже. А. Бомбардировка. Кластер, ебаный, убегай. Мне сосны... Они задроты какие-то. Что это за нахуй? Живой рекрен? Ну такое, блядь. Нормально, да. У меня наверху есть типы стреляются. Да, вот с твоей стороны идут они. Они меня на карте видят, да? Да, тебя все на карте видят. Уёбище, блядь, убегают. Пометил. Дайте мне вот, ну и уёбище какое-то, я ему рот выебу его. Давай. У меня хп мало, блядь. Ну сейчас убьёшь как раз.
Бля, все сдохли. Кто тут сдох, блядь? Как всех убили? Да тут что-то как воевали все подряд. А вы убили? Тут два чела было в черных скинах. Да-да-да, вот мы их не трогали. А, значит они ушли. Ну они где-то рядом должны быть, они не могли далеко убежать, у них не было транспорта. Давайте машину мне, блядь. Машину мне давай, блядь. Они, кстати... Тачки ближе могут отойти, на самом деле. Я за рекрендом буду. О, по мне, по мне. Откуда они, нахуй? Справа где-то. Вот. У него джавелин, если что, ракета летит в тебя, скорее всего. Дядь, у меня хп, я тебе скажу, немного осталось, блядь. Ракета, ракета... А, нет, казалось. Ну тебе, если честно, надо сейчас сидеть, просто холдить, я хуй знает. Машинку подгоните, злого заберите. Садись внутрь прям. Сейчас я помогу. Залетай прям туда, нахуй! Давай. Я вижу удар туда. Вижу уёбище, блядь! Да рань это уёбище! Он один хп добьёшь. Давай, блядь! Уходи. Там ещё чел в доме. Чел-то в доме не перезарядил. Вышка, 4 снайпера, блядь, не открывайся под них. Вот здесь, вот зеленая метка, чел в доме. Я сейчас чела нокну. Рекрент. Нокнул, добивай. И я бегу, рекрент, я бегу, у меня мало хп, я бегу. Рекрент. Да, блядь. Еще нокнул. Блядь, мне ёбнул, сука, снайпер, блядь. Сейчас я снопу возьму. Я вернусь, типа, я вернусь. У меня два нокнутых, можешь подойти и уебать. А я все, рекрент, я откис. Я уже пчелки. Ого! А пчелка. Пчелкин, ну... ты где? Он поднимает двух друзей в доме. Я понимаю. Тебя что-то снайпнули в полете, что ли, злой? По центру. Не, просто мне снайперы заебали, дядь. Меня заебали снайпера ебаные. Они просто на расстоянии мне в ебальник дают. У вас там все норм? Да, лагерь. Блять, охуенно. Охуенно взял, комплект взял. Быстрее, блять! На комплект не падайте. Что это такое валяется зеленое под тобой? Где? Вот. Светится вниз, это что такое? У тебя палка. Это у меня отсвечивают часы. Что-то странно отсвечивает. А, мне за мной. Я понял, блядь. А, видите? Время. А руки их нет, они валяются. Что, пора заказать они... пиццу, я считаю. Они валяются. Полностью. А где вы? Вы в ГУЛАГе или нет? Да, да, мы в ГУЛАГе, мы ждем типов. У меня уебище на метке. Не знаю, что делать. Нас выпустят скоро, если никто не зайдет. Ага. А, не, не. На, типа, на метке кто-то есть или что? Да-да-да, не идите, там дохуя их, блядь, я съебал оттуда. Съебать сейчас буду. Вижу одного уже, кинтярик. Дерюрич! Все, у меня есть оружие, у меня есть оружие, у меня есть оружие, прыгните на меня. Ебало дал одному. Блин! Ой, их четверо были там. На мне уебище, блядь! Напугали меня. Там бежит в дом! У нас! Пропускай, пропускай его. Я не вижу ни хрена. Бля, я только лег, сука. Ну тут пизда, они вчетвером нас пушили. Бля, и меня тоже встретили сзади. Я стартанул. Угу. Что-то в пизду эти бункеры.
Не, а что, прикольно так? Не, ну я типа узнал, что такое, типа, это все новое. Что такое? Для скинчиков новых не подвозят никаких, да? В донат-магаз зайди, их там полно. Да не, нет. О, вот это прикольная визитка. Эх, пизда. Ну такие моменты уебищные, типа я могу дать пизды и типа туплю. Понять дальше. Нормально, нормально. Вебка битрейтить во время игры. Артур, а я могу как-то битрейтность убрать вообще от себя? Что? Битрейтность? У меня битрейтит, сука. Надо пресет ставить лучше. Кто у тебя битрейтит? У меня стрим битрейтит. Не, если ты говоришь, что квадратит, то нет ни одного стримера по Warzone, у которого не квадратит. Даже со стрим ПК квадратит. Даже со стрим ПК? Да, там anyway квадратит вообще с шансом. Просто есть разница в квадратах, либо у тебя прям лютая какое-то. Ну, да. Не, у кого-то лютая. Меньше, у кого-то больше. Ты с одного покастил? Да. Я тоже с одного, но я хочу взять себе второй, потому что FPS... У меня ноутбук, я с него стримил. Второй мон у меня был. Там столько геморроя со звуком я испытал, просто забей. Через виртуальные кабеля эти настраивать. Мне геморройно было. Не слышишь о помещении никаких, я не слышал ни донатов, ничего вообще. Я думаю, там можно все настроить нормально, да? Можно, но я так и не разобрался особо, к сожалению. Нормально, нормально. 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 Че, мы нормально летим? Да, давай. Жестко. О, поезд, блядь. Топ-1 надо забрать, да. Поезд похож непонятно на что. Да-да-да, именно на это и похож. Летим? Летим, летим! Падайте, падайте, я сейчас развернусь. Если б мишки были пчелами, то они бы ни по чем. Корпус не должен попасть. Сейчас нормально, все. Нормально, нормально. Ух! Вот это да. Траектория! А кто-то с нами упал? Нет. Нет. Мы такие одни хитрые. Лутайте все дерьмо это, блядь. У меня два дробовика, что, рофл? А, ух, пиздачный. Злой. Кто? Упал? Нет, уже упал. Есть... Нет, нет, я специально так, типа. Профессионально? Да. Так, у нас дохуя денег, нужно видеокомплект покупать уже. Да-да-да, можно. Давайте вот тут купим. Вот, да. Да, давай на этот, давай на этот, я прозевал. Победил. У меня два ствола есть. Справа дом разбился, там чё? Тут? Да-да-да. Ты чё? А броне есть у кого? А, у меня он! Упал. Там еще один. Этого убью. Помочь надо мне. Иду, иду, иду. У меня будка. А, подалековато, Дмитрий. Ох, я вижу сейчас. Вижу будку. А броня иду есть? С твоей стороны. Посылка с броней есть. Пожалуйста. Бил сразу. Я когда говорю, что нужна помощь, я так перестраховаться просто. А, ну вы просто просите у вселенной запроса такого, типа. Запроса вселенной. Броню скинул, можете подобрать. Можем. И подберем. Еще есть ППшки, блядь. Нихуя у них стволы, блядь, я ебал. Не, хорошо, что типа. Хорошо, хорошо, хорошо. Согласен. Монеты, не, вот монеты. Это вот говно, кстати, кровавое лето. Что это такое? Я знает? Броню скинул еще. БПЛА купите еще там парочку. Скину монеты.
БПЛА взял. Так, а патроны взяли? Ну, брат, ну патроны... Ящик с копировкой брали? Нет. Ну, а там стоит, вон там. Надо патроны, я могу скинуть. Не, патроны нужны. На что? На ШВРП и снайперка. Да. БПЛА взял. Спасибо. Бля, я прицел забываю поменять. Нормально, 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 нормально. Все? Куда едем? Оп. А он сзади, сзади, сзади. Сзади, сзади. Сзади метка. На, наби. Вот что сверху заехать, вот сюда, да, вот. Хуй, езжай ты как хочешь. Оп, снайпер был. А вон чел целит, видели? Снайпер был. И сзади, сзади еще. Слева, слева, да, да, да. Вот они вдвоем. Падайте. Здорово! Положил. Положил, типа. Хорошо. Все, всех убили, чешу? Да, да. Да, походу. Тачку убили. А, тачку взорвали. Нормально. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Кто в чате? Ку. О, в доме еще есть. Вот он. Вижу. Алло! Алло. Алло. Алиша, ребята. Сильно, брат. Кто-то у нас лег, что ли? Артур. Он на втором бегает, 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 чел. Что, играете лучшую игру современности? Да, охуенно играл, кстати, брат. Да. О, за что, Алексей, блядь? А кого ложат, блядь? Рекрет, еще один на первом этаже! Да как, если я сразу-то убил? Двоих? Одного, он один. На машине приехал, хуй. Я приехал, блядь. Извинись, блядь. А, это ты, блядь. А ты, Рома, как дела у тебя? Рома! Кто это стреляет? А, чтоб боялись. Взял, пришел, пришел и ушел, блядь. Так, по патронам все норм, по броне все норм. А кто у нас отлично? По патронам залупа у меня. У меня так тоже, возьми, кстати, у меня на снопе 0 патронов. У меня тоже, ну у меня 5. Вот, типа, вот, о, БПЛА, могу завязать, кстати, БПЛА. Вот, 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 12. Артур, бери. И еще скинул второго. Угу. Go. Я стал ебучим. Мы БПЛА вызывать. Челки, на ты гуляй. У нас вертолет. Корона вам, блядь. Одного. О, еще один вертолет. Да, да, их два было. Он взорвался, кстати. Ну все, уже не регает на такой дист. Ну да, дядя, слишком много. Залутай дурачка. Так, патроны, не патроны, где у вас это все? Скид. Да. Патроны. С валом играл уже, да, я прокачал вал, но я хочу со снопой поговорить. Могу ППЛА и повязать. Давай. Никого? Короны я только вижу. Наверное, все. А, есть, 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 вот тут. Мы тут. Кентс. Он, по-моему, в метро именно непосредственно, не? Может быть. Да, именно внизу. Может импереть просто ждать? Мне кажется, он... Да, он сидит именно на лестнице, просто кемпит. Почти убил. Почти убил? Это как? Я его даже не увидел. Их там двое было? Один и один. Что, можно метро проедемся до next станции? Да давай, чё, по фану можно. О, как раз приехала. Ну а в какую сторону ты? Ой! Лазон, пас. Уехала, дядя. Бля, ну этот в очко едет. Не надо, не надо в этот, надо было в тот. Но мы не успевали. Чё, не надо, не надо, не надо. Да. Ну, если мы хотим вот сюда именно, а там люди будут, то надо вот в этот. Давай, давай, ждем, ждем. Да, я прокачал волк. Парируди, парирам. Ну шо, нема где поезд?
Следующая станция. Мы прокачали на опорном на пункте вал. Давай. Дайте новый режим, без даты. Мне колда нравится вообще. Бля, у нас тут и корона летает, чел. На короне. Чел на короне летает. Улетел. Все, едет, да? Да. Погнали типа. Может, на все одинаковые скины сделаем себе? А у меня есть такой, можешь купить тоже. Типа и джиггернаута? Это на великана. Это, да, это скин на великана. Но он слишком огромный. А вообще, вообще это типа сапер. А. Броня сапера. А что, прям дефает от взрыва, да? Ну, хоть как-то. Лезем. Что, нажимаете БПЛ, если есть? А нету. Есть бабки. Магазина нет. Да пиздец, а где народ-то? Че так скучно? Ну все два чела. Сейчас найдем. Что там? Да, я по птичке стреляю, но ее нельзя, по-моему. Хотя бы по кому-то. О! Тут пролутано. Я думаю, на магазе будут сейчас. На магазе. Враг завязал UAV. А мы можем их UAV сбивать или нет? Не. Не. Только в МП. Может такое сделать? Можем по приколу корону взять, тогда нас видеть будут. Сами к нам попрутся. Блять, где все уёбки? Сидят. Идём в магазин, мы UAV купим. Что это? Трассера летит. Мы станцию проехали, чтобы обратно вернуться? Да. А мы рели обратно же вернулись, блять. Да. Я в магаз бегаю. Так, стоп. Я хочу контракт забрать наверху. Я в магаз. Вас отслеживают. О. Ну злой все, давай, ББ. Ой, тут много всякой хуйни возле магаза, кстати, лежит. Тут пизилка была лютая. Где магаз сам? Я юзаю. На сторидж. Нихуя нет, да? На сторидже дроп купили. Вертолет. И регнет. 370 метров надо подойти. Вот, сейчас регнет. Ну-ка. 370? Лево, по-моему, еще на крыше сидит, нет? Вот, смотри, метку дал зеленую. Кентол, дохуя. Попал по броне. Пойдем? Верту. Давай, давай, да. И справа тоже на синей метке, дохуище. Нигде все. Давай зеленую лучше. Зеленую? Что это, блядь? А, или давай синюю тогда. Что это полетело? Это моя пила, ракета. Вертолет, походу. Сбил? Да, неплохо. Да, есть, 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 рядом огонь есть. Кто на зеленый стал? Где-то стреляются. Да, машина, машина! Машина по дороге едет! Высаживай. Он вышел. Блять, без брони! А у меня ощущение, что не регает, что за нахуй? Я два раза ему в голову прям выстрелил. Где он? Он лежит под деревом. Под деревом лежит сразу. Встал. Лег. Броню ставит. О, ебать, меня без армора, без армора, тип. Меня пробивают. Это пизда, у меня просто не регает. Что это такое? В доме, чел. В доме. Блять, ебать! Меня с трех сторон просто ебут. Да не, их очень много было со всех сторон. Понимаю. Да, они с трех сторон. У меня в ГУЛАГе есть. А-а-а, у нас тут ГУЛАГ, да? Так, где твой Кент? О, справа, 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 справа тебе. Б медленно идет, сейчас выйдет. Идет обратно. Центр, на респе. А ты как? Блядь, не вижу его. Блядь, вот. Без саба, блядь. Анлаки. Ну-ка. Один хп оставил. Так, интересно, я вас верну.
Смогу его свернуть, как вы думаете? Тогда что нет? Успеем? Успею, да? Да. Да, только машину берем. Быстрее. А похуй, там пешком можно, это вторая. Я сейчас скажу, что делать. Вот тут коробка. Оу! Ты чё, ёбнулся, дядь? Ты чё, ёбнулся? Четыре снайпера сидит, блядь. Ебать. Не, всё, я пас. Мне надо уехать. Так что, если есть замена, забирайте меня. Всё, спасибо, ребят, за игру. Было охуенно. Давай, спасибо. Если чё, ещё, может, залечу сегодня. Давай, давай. Вы ещё играете? Они целый день играют, блин. Может, Илюха будет, я не знаю. Да он же спит до обеда. Не, он стримит сейчас. Все, ладно, я отошел. Давай. Все, чат. Я так и планировал поиграть колду. Мне надо сейчас поехать... мне надо документы сфоткать в банк и приехать. Так и планировал проиграть целый день. Я знаю, что некоторые писали, ой, где онлайн, где все? Похую, чисто по кайфу кайфанули. Завтра мы сделаем грязюку вам, у меня есть идеи. Я, может, Вадю завтра позову, мне есть кое-что интересное придумать. И все, короче. И вот такие грязюки у меня. Спасибо за стрим. Спасибо вам за то, что смотрели. Мне вот действительно очень по кайфу было играть, серьезно. Дайте клип, где я троих ебнул. Мне вот действительно было охуенно по кайфу вот постримить, поиграть. И супер, я даже по рекламе ничего не буду сегодня, не хочу. Кстати, по поводу рекламы, бля, я забыл вам объяснить. Похуй, ладно, потом объясню. Дайте мне просто клип, где я троих ёбну. Мне просто хочется посмотреть, как это было. Бля, но я научусь меньше играть. Go в CS на следующем стриме. Да, кстати, у меня есть стак классный, мы могли бы и в CS-ку раз пойти поиграть. У меня есть пиздатый стак на CS-ку. Два ножа. Почему пенисы? Реакция злого. Скилл. Вот. Что это? Дома! Да еб... За дома. Хорошо. Ух, блядь, ой, грязно. А, вы же нихуя не видите, да? Вы же нихуя не видите, дурачки мои любимые, да? Шо? Вот нахуй я перелез, блядь! За домом! Да раз. И... За домом! Хорошо. Нахуй я перелез, блядь, нахуй я перелез? Нахуй я перелез? Надо было не перелазить, блядь. Надо было не перелазить. Похуй, похуй. Надо было не перелазить. Надо было не перелазить. Ну было классно, типа, и мне безумно понравился сегодняшний. Безумно, типа, я очень доволен. Очень. Очень. Прям счастлив, серьезно. Алексея за рейджу. Он будет еще играть. А Леон тоже офнул. Тоже офнул уже. Тоже офнул. Ну, наверное, тогда баллов канала не было, когда я типа. Илюха, давайте Илюху зарейдим, давайте. Моего сладенького Илюху. Так, ну, блядь, Дмитрий Ликс, я, к сожалению, в это время сплю. Ну тогда давай у скиллзор. Спасибо за стрим, ребят. Было охуенно, серьезно. По кайфу. У меня 9800. А у меня 20. Охуенно. Уу, не уважаешь, старик. Так. Всем пока. Каравай.